Так, вы BNZQ, спасибо. Пятишку вижу, закидывают сейчас, красавец. Призовой увеличивается. Так, а призовой за первые два места, кстати говоря, у нас пилится. Так, кстати, сетка появляется, пацаны. Давайте посмотрим, что у нас тут в сетке творится. Так, Аверструндир, 3DB, Браток Контрол, Блайнер Азим, интересно. Браток Контрол, вот меня интересует, Димага Диппер, Култи, Хеллрейзер, кстати, ПВП интересная. Давайте как Култи мы бомбанем сейчас. Так. Тут и Стрэндж рядом тоже находится. Так, ну Култи Хеллрейзер, я жду, я думаю, это самая интересная пара, которая будет сейчас. Еще попозже домой надо будет позвонить. Сегодня, ребят, я хочу побыстрее закончить, потому что, ну, Маша сейчас у бабушки, я хотел с женой в кино сходить, как бы, но 22.50 сеанс адекватный. Дальше поздно очень будет, но я думаю, что навряд ли сегодня успею к этому времени закончить. Так, Invited Cool T, это, кстати, Бу один у нас на этой стадии будет, получается. Вот. Привет, Влар, привет всем, пацаны, кто недавно подскочил. Так, рекламку пили. Ну все, поехали, наконец-таки. Хеллрейзер красный, Култи зеленый. Интересное положение пилона у Култи, почему именно так? Обычно ставят газу, здесь гейт, здесь кибернетка получается, таким образом стенка получается, адепты либо сюда в узкий проход ломятся, либо там ходить вынуждены. Култи какой-то свой вариант стенки здесь получается. Точнее, ее отсутствие, в принципе, да?
Ну и гейты там и там. Ну либо вот так вот, то есть либо гейт вот так, чтобы здесь проход был, либо как Hellraiser ставит гейт вот так, что вот здесь проход между пилоном получается. Ну здесь, когда гейт вот так стоит, то ну, выгодно с чем? Здесь стенка полная, адептам надо вообще как бы... То есть они сюда могут пройти только сверху. Привет всем, ребят, здорово, Юристик, Чивер, всем привет, короче, пацаны. Вот. Так, пока ни на какой фильм не идем. Ну, вообще, как бы, на «Призрак в доспехах» хотел я сходить, ну и Даша тоже, как бы. Потому что я мультики не смотрел эти, но эти мультики крутые, да, были, как бы. Ну, конечно, фильм хуже мультика будет, понятное дело. Вообще, больше хочу я на «Время первых», конечно, сходить, но это будет 6-го только премьера еще получается. Надеюсь, не засрут, как все. Бондарчуковскую шляпу там или какой-нибудь такой фильм. Ну, посмотрим. Сегодня, если успеем, так сходим. В принципе, был один до 1/8, как бы, может быть, и не слишком долго пройдет этот турнир. Я думаю, примерно часа 3 он и пойдет, как бы, наверное. Ну, блин, 3 это много, то есть, нам быстрее мне, чем за 3 закончить получается. Так, тут адепты от культи к Hellraiser'у, от Hellraiser'а к культи. Так, культи уже на ХГ пролетает. Ой, как сталкеры вовремя у Hellraiser'а вышли. Минус адепт сразу. Второй еле живой тут стоит. А Hellraiser адепт своих не отдал пока. Ну, культи, блин, кенчик делается. Одну пробку все-таки подрезал Култи, но 2 адепта на одну пробку не очень, конечно, грамотный размен, признаться честно. Так, здесь Култи сам пытается адепта Hellraiser поймать. Конечно, он не будет сюда телепортироваться, очевидно, да? Главное, стоят здесь, просто Нексус блочит. Там у Култи сейчас еще 2 сталкера достроятся. Нексус пытается заказать, но попытка неудачная получилась здесь. Нексус не заказан в итоге. Надо новую пробочку выводить. Здесь наконец-то адепт принимает Култи. Наконец-то, наверное, он сам должен был подумать об этом. Хотя, может, он и не парился особо. Чуть-то один рабочий всего газ добывает сейчас у Култи. Нексус наконец-то заказывает. Ну да, у него будет блинк, но поверьте, в Лотве блинку-то на самом деле в Ходсе, в Воле, когда блинком просто опережал, он мог приходить и спокойно как бы... Ну, то есть это было преимущество технологичное, серьезно. В Лотве нет, это не такое преимущество. Во-первых, пилон оверчаж как бы его нивелирует, то есть оверчаж не один, а несколько оверчажей можно выставить на пилон и все, как бы блинком уже не задавить, например, в лоб. Плюс... То, что рабочих 12 изначально со старта как бы дает возможность быстрее экономику развивать, то есть поставить и Нексус, и технологии какие-то сделать с одной базы, ну то есть это преимуществ меньше дает. Да, можно чизить, но это слишком, это супер улыновые чизы, да, получается, как бы тогда. В итоге здесь просто, то есть к блинку можно и к приходу с блинком можно поставить и Нексус, и Морфлов, например, настроить. А учитывая, что там еще есть оверчаж, тут прохладная история, там продавить все это дело. Так, Култи сталкер одного подрезал, отступил немножечко назад, заходит с другого направления. Так, Сентрю Култи сейчас подрезал. Ну, сам отдал одного или двух сталкеров здесь. Одного вроде, видите. Так, только что сталкер погиб. Да, один сталкер, вот он как раз погиб сейчас.
Если обсервируем HellRaiser, все контролит, делает сам Link. 30-40 парабам в пользу HellRaiser, пути отстает. Ну, по газу практически одновременно газ раскачает, на самом деле, ну, то есть... Как-то так. HellRaiser с перебором на второй. А у Култи распределение более такое, ну, то есть без перебора, здесь рабочих. Ну, это важно, безусловно, что без перебора. Сталкер немножко отступил. HellRaiser, а нет, это Култи сам. Култи делает фаржу уже. У HellRaiser, блин, доделывается плюс 3-4 гейта, видимо, сейчас будет. Да. Так, здесь Култи Мазеркорчик пытается подрезать. Мазеркорчик подрезал, у HellRaiser Blink-то тоже, кстати, есть, смотрите. А Култи уходит, просто спокойно уходи ты вниз, что ты стоишь ты, Вася? Мог всеми четырьмя спокойно... А, он с другой стороны пытался расхарасить. Четыре пробки, кстати, с другой стороны убил, но тут, судя по всему, два сталкера погибло. Похоже на то, четыре суммарно за эту игру у Култи погибло, но посмотрите... Курабам в плюсе уже небольшом, Култи. По технологиям тоже, как ни странно, будет в плюсе при таком отставании. Почему? Да потому что плюс один будет, а у HellRaiser нет плюс один. Ну, по-боевому будет отставать немножечко Култи. У него только-только гейты 3 добавляются. Здесь уже работают 6 гейтов, получается, у HellRaiser. И он двигается вперед, пробивая камни. Но ведь третьего-то Нексуса у Култи нету. Так, Култи решил пробить камни, кстати, зачем ему именно? Ну, Култи не хочет, видимо, чтобы снизу там улочили его. Ну, кстати, HellRaiser тоже проще будет пушить. В любом случае, если бы он хотел бы пробить камни, он снизу бы пробил, просто он лишнее время на это потратил бы, получается. Так, 4 сентри заходит к мейну сейчас. HellRaiser собирается блочить мейн Култи. Да, посмотрите, переблинк пошел. Филд на рампу. Так, еще Култи боится, сам блинкнулся бы, наверное, и все. Призма минус в итоге. Уверчажа есть. Иммортал здесь есть. На мейне, кстати, Култи его не видит, вообще не берет. Почему-то. В итоге от HellRaiser, да, заблинкнулся, но что сделал-то? Ровным счетом ничего. У Култи вторая атака делается уже. То есть, как бы по грейдам. Вообще Култи опережает. Не, ну грамотно Култи тут наверстал свое отставание. Так, еще одна призма у HellRaiser вперед летит, как прям на муви сюда, на вторую базу. Култи ее не заметил, судя по всему, да? Ну да. Сейчас понял, что там где-то призма. Вот можно было сейчас на муви HellRaiser отловить, но в итоге Култи туда-сюда что-то бегает и не отловил на муви HellRaiser, ничего не сделал. Надо камни, да, пробивать. Култи, кажется, сам HellRaiser подкушать хочет на дальней базе, на третьей. А сам, правда, Нексус не ставит. Полимит вообще вровень. Сейчас будет тайминг, кстати, недолгий, правда, на секунду 30, наверное, 20-30. Когда у Култи будет 2-0 против 0-0. И этот тайминг может и подрешать, в общем-то. Как мне кажется. Пошла движуха. Сталкеры подходят, призма долетает. Сейчас вот через 10 секунд, меньше через 8. А здесь еще 40 или 30 осталось. Так, давар сталкеров идет. Култи не спешит биться. У него 4 иммортала при этом всем здесь. Заходит Култи, агрессивный блин, вперед. HellRaiser раз иммортал минус, 2 иммортал минус, плюс 2 на сталкерах есть. Надо отблинкнуться назад, филды надо новые ставить. Култи пытается ставить. Варден шилда нет, можно и мат сейчас было заблочить филдом. Но 4 иммортала-то выжило. И Култи здесь давит, смотрите, грейды плюс 2 на 0-0. Култи просто убивает HellRaiser сейчас. Вот это да. Но здесь есть дарк, один. Два дарка, простите. Они начинают HellRaiser просто вырезать сейчас. Зачем у сталкерами прям через эмоф идет, я без понятия. Култи надо отступить, подождать обсервера просто и добить, в общем-то. Так, а здесь в фотонках... Потомка, так, обсервер на мейн попер. Култи понимает, куда HellRaiser будет дарками бить сейчас. Ну и верчажи нужны просто.
Водорка минус. Так, призма здесь летает, здесь две фотонки, здесь вообще бояться нечего. Надо брать от сервера пути и идти давить все-таки, иначе Hellraiser расстроит, там лимит хороший, и все. С архончиками, со всеми делами, третий ник что-то качать начал. Лидкулти не пытается, раньше как бы не свойственно это ему было. Такие двухбазовые всякие давления, то есть он любил и третий Никс выходить. Но тут так игра складывалась, в принципе он может сейчас Никсус поставить, что это ему даст. Можно как бы пушить сейчас и потом Никсус поставить, либо сейчас сразу Никсус попытаться поставить. Так, а то Верчажа отблинкивается и Мортла Култи отфокусил. Да, варпы идут, плюс 3 делают. Надо зайти минус, ну, пилон номер 1, да, потом номер 2 пилон заминусовать. Ульти, 3 иммортла здесь у него преимущество, технологическое, хорошее здесь очень. Так, пилон ульти минусует. Пока единственное по грейдам, уже нет двух грейдов преимущества. Но в ближайшее время будет, что Hellraiser плюс 2, да так и не делает. Здесь ульти Нексус пытается третий забрать. Нексус он заберет при перспективе. Hellraiser понимает, что ульти может это сделать, выходит вперед, но... У него недостаточно юнитов, чтобы с имморталами справиться. Всему нужно было время Hellraiser'у. Еще бы минутку хотя бы Култи бы ему дал, он побольше бы архонов навартил, может быть что-то получилось. Но там плюс 3 подъезжало. То есть тут такое дело. И Култи дальше идет. Так. Сейчас я кое-что в канале применяю, здесь в настройках сетку правильную впилю, а то там просто на турнир ссылка. Все, везде все поменял. Так. Ульти пока есть Арктур у Култи, кстати. Ну что, с Арктуром Култи ждем. Так, Денис там бомбит. Так, Димага, вижу, что-то ожидает. Блин, надо кого-то, ну, надо побольше бы звать сюда.
что этих... А, уже будет три следующий тур. Надо побольше звать сюда тех, кто стримить будет. Я Зергу писал, не знаю. Мэджику надо, блин, тоже. Мэджик должен видеть был, еще не знаю, как его. Почему он не приходит стримить, как его. Много матчей пропускаем интересных. Все-таки это еженедельный турик. Здесь же всем не скажешь, давайте 1/8 по очереди играть. Полуфиналы, да, финал сыграем по очереди, как бы вот. Да, это вот никак на самом деле. Так, ульти с Арктуром готовы биться начинать. Так, ну я думаю, пацаны внимательно все были. Так, писал Мэджику, он промолчал, странно. Надо написать тоже. КСМ готов. Улучшение командного центра завершено. Так, ребят, здесь проверяют Арктур, что Мариком нет ли каких-то прокси у Кулси. Прокси здесь нет, как вы видите. ЦЦХ достраивается здесь через барак. Кстати, две депошки, реактор сзади стоит. Вот интерес. Годите, если барак здесь стандартно. Ну вот интересно, да, то есть вот при таком билде до реактора пилон оверчаж с любого как бы пилона не достанет. Если же барак стандартно стоит, а реактор вот здесь, то вот отсюда пилон оверчаж достает до реактора.
Так, Минка за ЦЦХа здесь у Арктура приходит. Можно подвести поближе, вкопать ее. На откуте не наблюдается Старгейта и Оракулов там каких-либо сейчас. Он просто развивается по чуть-чуть. Сколько минералов приносит один рабочий минут, не знаю, это надо посмотреть информацию где-то. Так, Минка прилетела, здесь Култи с минимальными проблемами вообще-то. Справился. Очень повезло, сейчас одного удара не хватило, чтобы медивак сбить. Короче, Култи в колоссов и две фаржи играет, то есть грейдами будет начинать с мейна со второго. Здесь вот бросается очень в глаза, что три гейта, кибернетка и роба на одном пилоне висят, и вообще больше пилонов на мейне нет. Некуда не уверчаш поставить, ничего, короче говоря. Минка на третий вкопалась. Кстати, похоже, Култи сбил медивак или нет? Нет, вот он улетает. Я его сам не заметил. Ну а здесь готовится выход. То есть будет стим, будут щиты, будет плюс один апгрейд. И будет выход с танками и медиваками. Плюс пару либераторов, возможно, добавится. Медивак не мешало бы вычинить. Он на 5-то хп, он бесполезен практически. Вычинивает Артур, причем 4 КСМ взял, но чинит всего 2 в итоге, потому что он криво повис между минералами здесь. Рабов надо направить на добычу обратно. Один так в итоге и не стал добывать, суд он стоит с минералами, отдыхает. Арктур делает выход. При этом третью цеху, правда, он занимает, что тоже немаловажно. Так, с колоссом Култи спускается. Раскладывается Арктур, три танка делают залп. Если был бы Стим, Култи бы мог развалиться, и Култи так, видимо, и подумал, что не надо лезть, как бы вдруг там Стим. Танк просто продемеджил. И так наглеет Култи, вот только рейндж колоссу здесь хорошо действует, потому что, ну, не было принжа, он даже пострелять бы не смог по юнитам тирановским. В итоге 1-1 у Култи доделывается. Твайлайт есть, глефы заказаны. Будет 2-2, интерес Култи сразу же делать. Пока абсолютно непонятно. Так, ну Нексуса, кстати, нету. Нужно ли ломиться тирану при таком раскладе? Думаю, что не стоит, конечно же, ломиться. Пилон заказал, сразу отменил Култи. Плюс адептички еще делаются. Надо сейчас не отпускать, в общем-то, Арктура Култи, вот Минку он подбрил, а Арктур просто уходит по правой части карты, получается. Култи же ставит Никсу в другом направлении. Но здесь уже ЦЦХа готова, на которой, между прочим, крутится тивая фотка у Арктура. То есть он любит тивая, любит его стиль, видимо, и болеет за него. Как за игрока. Так, приходит Марик, обнаруживает Арктур, где же третий Нексус у Култи есть. У Култи 2-2 делается. Кстати говоря, вот по грейдам будет явное преимущество у Култи, если он доживет. Потому что здесь ни армори, ничего нет. Вообще, не знаю, такой билд у Арктура странный. И зачем ему третий цехта, а рано, тем более на третьей базе. Так, если он фактически здесь улынет, получается, с био плюс танки. Так, Култи неплохо дерется. Пока Арктур танки перераскладывал, колоссы просто все покрошили. Иммортлы адепты, как-то криво здесь Арктур подрался. Вот сейчас вот в этот раз вообще кривейше. 22 рабочих. Здесь 15 10, 5 кучек осталось. 6 даже, 16
Здесь лишних 6, здесь тоже 6, плюс 12 сюда переводим. Получаем полностью раскачанную базу, причем даже по газу. Так, блинк надо култи побыстрее его делать. С рабочими тупить что-то култи, ему быстрее надо переводить, а он ждет что-то. 62 пробки. Рабочие это строятся еще, но култи не видит, что у него реально тут перебор долимый вообще. Здесь еще на 4 минеральных кучки 16 рабов осталось. Так, адептки что-то летают туда-сюда-си. Так, 17 сталкеров будет сейчас. Адепты телепортнулись. Култи как-то прям в лоб решил разобрать. Ну, 2-2-то грейды есть, он разбирает в лоб сейчас просто Арктура. Адепты кончились, но есть 3 иммортла. Есть сталкеры, есть 3 колосса. Делается блинк. Был бы блинк, уже бы минус тиран был без блинков, и сталкеры не мобильны. Поэтому им тяжело пробивать и сюда вот заходить совсем Култи не хочет. Мародер здесь загулял, где-то, видимо, на Ксилнаге он стоял, я не знаю. Призму Култи делают новую, заказывает. 68 пробок перевел, да, хоть перевел, хоть с мейна часть рабочих сюда, блин, и то хорошо. Они катаются, правда, что-то нелепо. В это время Култи, ой, что Култи наделал. Я пропустил, как это произошло, но у него колоссы вылезли вперед армии, все отдались. Это шанс для Арктура, безусловно, но... Все равно Култи продолжает давить, его больше намного. Медиваки все разобрал, здесь 2 либератора разложились. Култи отошел и просто рабочих сейчас забирает спокойно Арктуру. Нужно и отсюда отступить немножечко назад просто. Что Култи делает? Третья атака делается. Блинк делается без буста, правда, почему-то. ЦЦФ у Култи забрал, причем очень много дэмэджа она получила, пока на земле еще была. Так, призма на третьей базе. Раскладывает ее Култи, один адепт варпится. Это один пока. Два, еще и третий. Так, Артур пытается отбиться в этот раз. Либераторы успевают центрю забрать. Еще тогда тут это даются. Привет, Костики, все хорошо. Так, еще колосс один есть. Ну вот если бы не эти... Я не знаю, когда бой произошел. Если бы не колоссы, не подошедшие просто вперед, перед вышедшие вперед все армии, Култип уже бы победил. Но это была серьезная ошибка, которая не дает Култип пока победить. Харась летает адепты. 45 рабов тиран в этой игре потерял. Ну, узнаю, кстати, Култи и Сходса. 84 бровки. Иногда Култи и в Ходсе. Ну, для Лотва это реально, как бы, перебор, на самом деле. Потому что мейн-то уже кончится, куда их 80? Здесь он вообще перебор. То есть столько сейчас и не надо рабочих. Он и здесь с перебором тоже. Но здесь, правда, 10, точнее 6 в газы зайдут, и все меньше станет. На пятый Нексус быстрее ставит. То есть рабов Култи, все, ему уже хорош рабов строить. Так, 3-2-1 сейчас грейды будут. Култи опять выдвигает центр. 187-24. Так, либераторов Култи не спалил, а зря. Можно было на халяву сейчас забрать. 76-101 по боевому лимиту. Ситуация, кстати, по боевому близкая лимиту, но био маловато у Арктура. Танками он ошибается, что не фокусит, конечно, колосс. Если фокусил, вообще бы разваливал. Вот, ну не в этом замесе. Уже не в этом. Ждем вторую игру.
Так, в Старлиге, кстати, видео выложил. Смотрите, кому интересно. Так, ну что, первая карта за Култи, вторая пошла. Как-то я бы не сказал бы, не надо обсуждать всякие левые темы здесь, я уже сегодня просто запарился банить, короче говоря.
Да свершится правосудие. Так, не место здесь говорить о всяких таких событиях. Ребят, я извиняюсь, сейчас отвлекся на секунду, просто буквально. А здесь у нас вот что происходит. Так. Вторая цеха, цеха первая. Три барака у Арктура. Давай, удиви меня. Так, про алмаз я уже говорил. Смысл, если ты хочешь играть, ты играешь. Турниры играть веселее, чем просто ладдер, вот и все. А так здесь есть и алмазы, и ниже лиги, естественно, в турнирах. Вот. Это не мой турнир. Это наш общий турнир. Мой, ваш. Вот. Юра Бзика, который нашел человека, который выделил призовой. Тех людей, которые выделили призовой за им, им за это огромное спасибо отдельное. Вот. В общем-то, будем надеяться, что все будет нормально, и как бы будут они выделять и дальше финансы. Я бы сказал, что не так уж много у нас игроков сегодня скопилось. Посмотрим сейчас по... Один турнир хотя бы этот проведем. Я предлагал Юрина, ну, отписать в арте. Пусть еще каких-нибудь, ну, там, буржуи, может, приходят тоже. Они за такой призовой с удовольствием будут играть, поверьте, многие. Вот, пишет 100 евро фактически, как бы, ну, 100 баксов. Даже больше, чем 100 баксов, как бы, призовой, да? Вот. Плюс еще могут докидывать. Вот, как бы, BNZQ, спасибо ему, пятихаточку еще. Пятишеч докинул, вот. Но это в будущем будет, в общем-то. А так я выражаю благодарность, даже не знаю никнейма там, или как зовут того, кто призовой выделил, если честно. Очень рад, потому что я давно мечтал, не то, что прям вообще мечтал, как в космос полететь, не знаю. Вот. Но очень хотел, чтобы был у СНГ свой еженедельный турик, как бы какой-нибудь. Вот, раньше были такие турниры, но это было еще в то время, когда 3000 рублей, это 100 долларов было, ну, уже в недавнем времени такого уже давно не было. Так, прохарасил пути, мог бы больше кошрабочих подрезать, ну, сколько сумел, столько и подрезал, еще и Revelation напоследок кинул. В это время третий нет, кстати, самое интересное, что пути сразу с фотонками в минеральной линии играл. Вот. И всего с одного гейта он играл при этом все. То есть плюс 2 гейта, только сейчас еще и здесь 2. 5 гейтов стало. Плюс 2 он делает, здесь выход какой-то идет. Выход такой плотный, очень прям такой плотный. Сейчас еще щиты мариков доделаются. То есть просто в выходе идет вот. 26 мариков просто, еще 5 летит, 31 марик. И два мародера еще здесь присутствуют в этом выходе. Отбиваться будет не просто у Култи. Вообще лимита в целом меньше. Причем больше рабочих. То есть боевого на двадцатку больше. И у Култи нету в боевом лимите ни дестабилизаторов, ни колоссов. Ничего такого сплэшевого. Так, здесь я просто болею за сильнейшего. Не за кого-то конкретно. Ути просто давно не играл, поэтому мне интересно смотреть, что он делает. Арктура мы уже видели не раз, и он показывал хороший уровень игры. Хотелось бы, чтобы все больше тренились, как бы и не только ну, между друг другом в чатике срались, а показывали бы и на международных турнирах какие-то результаты. Например, вот сейчас ведь будет... Очень скоро отборочные на ВЦС. Так, здесь Култи на халяву мародера и трех мариков принимает на центре. В это время Арктур залетает прямо на мейн.
А между прочим, 4 медивака это попробуй выпили. Минки копаются, пытаются аркубусту забрать грейды. Грейды забирают. Не понял я, почему сейчас. Не понял я, почему сейчас минки подальше Арктур не закопал и просто не дал им бомбануть вообще. Призма с четырьмя адептами вперед полетела, не стесняясь скулси фотоночек побольше подстроить. Плюс еще два гита. На дальней базе робо-бэй будут колоссы либо дестабилизаторы. Вторую фаржу кулси добавляет. Кстати, делает поля, между прочим, после двух атак. Почему именно поля, не знаю. Ну, а там 2-2. Ну, у тирана 2-2 как бы поздние были. То есть Сармали опять как бы завтыкал, судя по всему, Арктура. И кулси сейчас вторую фаржу добавит, он по грейдам точно отставать не будет. Хотя 2-2 тирановская почти, ну, почти нагонит 2-2 здесь. Арктур залетает, призма. Больно очень адепты делают на мейне, рабочих погибло, пул минеральной линии. И на третьей базе тоже адепты прилетели. Мародер минус. Есть дамарика, который сверху не достают. В это время дропщик от тирана на вторую кулси идет. Так, уж прощение, мышка улетела. Ну, кулси нанес дэмэдж, просто 30 рабочих уже погибло. И адепты еще живые, просто, смотрите, 37. На второй просто крошили-крошили, адепты в это раз... В итоге на мейн прилетели. Но на мейне особо ничего не накрошил здесь кулси. Один еще остался, там издалека стреляет. Сюда подвести, доставал вот рабочий. Еще и здесь и на третий два адепта. 145-90. Как-то расхарасил здесь кулси. Адепт достал, уже задолбался стрелять. Сейчас КСМ-ка подъехала в рейндж. Адепта КСМ-ка упала. Здесь КСМ-ка. Кулси сам фокуснул. Так, и адепты прорываются в тыл на вторую. Здесь есть юниты. Ну, блин, 4 КСМ-ки это уже не спасет. 5 даже. 55 рабочих потерял просто, блин, жесть. Арктур, он с 19 рабочими остался, и по боевому его все равно меньше. То есть даже в этом раскладе он не может просто пойти и в лоб култи убить. А култи 3-1 грейды делает, ну что делает армия его здесь? Если он сейчас срочно сюда не перейдет, его... Кстати, даже здесь в лоб тяжело будет. Здесь 3 фотонки, 4 сзади, 3 спереди. Плюс пилоны сверча сюда выставить, плюс колосса. Колосс, правда, без ранжа вообще сейчас. Ну, 170 на 103. Похоже, кулси... Похоже, кулси победит здесь. В этой карте. Юр Салачи поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает, бомж поддержка, Сергей Валерьевич Поми. Блин. Спасибо, бомж поддержка. Просто поддержка любая важна, конечно. В любом случае, поэтому бомж поддержки не бывает, в общем. Так, два оверчажа плюс фотонка здесь у култи. Плотненький дроп прилетел здесь вот Арктура с либераторами. Колоссы без дальности. Видите, дальность отключил. Да, отключился. Грейд на дальность не делается. Отключился пилон. Здесь култи выбивает либератора. Гвардиан врубил. С 70 до 5 дэмэджа 2 снять не так уж много, но... Ну, порядочно. В это время пятый Нексус. Ну, посмотрите, черт побери, когда Култи умудрился отдать 24 рабочих отдал и 37-41 по рабам-то это уже вровень практически. Ну, Култи третья атака сейчас будет готова. 3-1-1 сейчас грейды будут. И вторая броня делается 3-2-1 будет в скором времени. Так, смайлик минус.
Ходят тут кулси вокруг да около. Значит, ломиться пока не хочет. Сами юниты под либераторов зашли больно. Двум сталкерам стало, они минуснулись. В это время тройной дроп просто прилетает. И кулси к нему абсолютно, кстати, не готов. 147 на 160, смотрите, на ровном месте кулси фактически эту игру начинает отдавать. Он решил, что надо вперед наломиться, блин. А либераторов-то всех не выбить, ребят. Лимиты уже равны фактически. Либераторы очень больно бомбят. Кулси идет вперед. Сможет он одного единственного либератора? А ведь хватило бы демеджа. Но там минки пришли, и Кулси решил, что нет. Что-то тут пока никак. Вот. Пытается отступить. Золото добывается. То есть Кулси понимает, что... Так, здесь две фаржи работают, а тиран бьет, блин, кибернетку. Зачем? В чем логика, не понимаю. Так, медивак один зафидбэчил. Сейчас еще два зафидбэчит. Медивак и Кулси. И Архона сольет. Да, смотрите. Архончик сливается. Сталкеров нужно привести. Что Кулси делает-то? Сейчас фаржи потеряет еще. Почему-то испугался и улетел Артур. Спокойно побивал бы фаржи. Грейдэ это ключ вообще сейчас к победе. Как для Кулси, так и для Арктура. Но грейды-то делаются не простые, а какие? Три атаки и 2-2 делаются. 3-2-2, вот путь. А Арктур чует, понимаете? Это знак, это, ну, неспроста так вообще. Золото на золоте, что-то мало рабов. Култи восстанавливает на вторую. Нахрен здесь 70-12 на золоте. На золото побольше добавил, инкамба больше был. Делается штормкач, Култи выжил, и все равно у него все лучше, и инкам больше у него наверняка. Хотя нет, смотрите, тиран был, выкинул, инкам у него по минералам больше, но по газу у Култи больше. И у него стабильнее этот инкам. Инкам сейчас мулы кончится, его не будет такого гигантского. А энергии пока что нет в цехах. Так, еще призма летает. Так. Андрейка. Я вот тоже в кино собирался с женой, да, из-за данного турнира мы сегодня не пойдем, а потом я и не знаю, когда время будет. Как-то так. Вот. А запись-то, естественно, будет на ютубе, конечно, в турнирах своих. Опа, RGT 1.77. Короче, нормальный куш, короче, уже на этом, уже... Уже и больше 100 евро намного турик стал. Вот вам и первый турик. Спасибо всем за поддержку. Помню, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно, еще. Вот. По реквизиту писания через плеер. И не только. Помните про стримфест. Билеты продаются. Не запаздывайте, если кто со мной повидаться хочет. 13 мая приходите и стримфест поддержать меня. Покупайте билеты. Меня там уже напрягают, что в рекламе там рекламе. Ботов всяких пили там. Видео приглашения пили, блин. Я думаю, кто хочет прийти туда, придет к любому из моих зрителей. Почему? Потому что у меня из многих регионов зрители. Вот, и не все в Москву могут поехать. Взрослые люди, многие с детьми, как бы они, ну. Не школьники московские, хотя и такие есть, как бы. Все приходите, кто может. Вот и все. Так, есть штормы. 130-139, лимит крайне близкий здесь. Либераторов 8 штук. Култи, кстати, не просто будет их лоб убить. Но если только не так, без прикрытия био будет раскладывать их Арктур. Очень опасно что-то он их... Раскладывает, Култи штроманул сейчас либератора, выбил одного, остальные вдалеке где-то находятся, сейчас еще один вперед подходит, штормит Култи, ну на либераторов шторм кидать не очень выгодная затея такая, по демеджу. Архон в рейнже либераторов заморфился, тоже приятного мало, еще один шторм прошел, и все, у Култи штормов нету. Здорово еще раз. Лайф играет ладер. И его ж на пожизненно, по-моему, отстранили. Тоскует по Старкрафту, что ли? Или его на какое-то определенное время отстранили? Ответ
Не думаю, что Лайфу разрешат после того, что он делал, прям выступать где-то. Рок поддержал ваш канал на 777 рублей и сообщает: за здравый старик. Спасибо, Раджи-Сити. Култинамуя, куда он идет? Че Култ сидел? Ё-моё! Опять, как в предыдущей игре, Култинамую куда-то зашел. Ну, главное, что дальше, чем Либератор разложен. Култи сейчас прошел. Сталкеры стреляют кому-то произвольно и пишут ГГ. В итоге Арктур не без проблем, но минуснул, короче, Култи Арктура. Так, спасибо еще раз всем за поддержос. В плане поддержос, конечно, март начался намного бодрее. Кто это? Лайфа рассекретил, что ли? Рок поддержал ваш канал на 777 рублей и сообщает: за здравый старик. Так, не понял, это дублируется или еще раз? А, это еще раз. Два раза по 777. Спасибо, RGTT. Ну, тут надо, я не знаю. Так, Култи с Френдом. Френд Стрэнджа 2-1 убил. Я опять, короче, Култи иду. Сегодня не день Култи, но реально матч интересный. Димага с Мината там бьются. Блай Сиди Аверс убил 3DB, ждет братка Криптик Мета. Тут надо, если 3 тройки по 3 раза. Не, ну 3 семерки 7 раз, это, конечно, много будет. Но... Короче, спасибо тебе, RGTT. Вот. Ну, я не против, если так. Рокт активировал премиум на ваш канал. Спасибо, RGTT. Сколько это будет-то вообще? Так все равно Лайфу... Я не знаю, Лайфу нельзя нигде выступать. Может, ему амнистируют как-нибудь. Я только за, что возвращение Лайфа придаст интересности, конечно, спора нет. Такие зерги, говорится, нам нужны. Есть и без Лайфа, да, крутые зерги сейчас. Но я думаю, многие будут не за вообще этого всего дела. Вышел Арктур, но там Култи пробил, экономика у Арктура слабее была.
Так, почему мы не Блая смотрим? Почему мы Блая должны смотреть? Блая ЗВЗ с Изи. Полуфиналы по очереди все равно. Так. Так, Димага Минато, ЗВЗ. Нет, я не думаю, что ЗВЗ, Димага Минато будет интереснее, чем ПВЗ Култи против Френда. Особенно с учетом того факта, что Фрэнд убил Стрэнджа 2-1. Я очень удивлен этому. Поэтому мы туда идем. Ну а после Култи там уже будет видно. Да там уже полуфиналы будут, там все подряд мы будем смотреть. Лайф уже покинул все лиги Сувака, что ему запретили даже прям погеймить, что ли? Ну, корейцы, ну дают. Так, Димага с Минато ожидают. Так, все, отлично, все здесь. Сейчас это все горит помаленьку.
Я бы не сказал бы, что полыхает, как некоторые представители нашего СНГ комьюнити, но стабильно тлеет, как в общем-то, притухший вулкан, вот. Так, рекламку пили, ну еще раз спасибо, братва, всем за поддержос. Очень приятно. И очень нужно, тем более апрель. Фактически апрель, а 13 мая уже стримфест, как бы нужно будет ехать, получается. Вот. Так, в общем-то, 17-я хата Гаспул у... может, не 17, конечно, у Френда. Проморгал этот момент, у Култи. Марвета поддержал ваш канал на 800 рублей. Спасибо, мистер Вета. Респектон тебе вообще гигантский. Ты чисто самый стабильный поддержатель. Все такие были бы поддержатели. Ну, стенка по типу полной застройки вот здесь. Кто-то дикую стенку делает. Некоторые просто подобную делают. Стац не, ну, не такую обычно делает, насколько я помню. И Старгейт пошел у Култи. Спасибо еще раз всем, пацаны. Большое. Завтра ВЦС. Моему кореше 30-ка завтра. Я не знаю, может, теперь забью на ВЦС. Ну, скорее всего, навряд ли, я думаю, забью. Посмотрим, что там будет. Вот, меняем местами пацанов. Но потухшие вулканы, ребята, по поводу этих всех тлений. Тлеют, но иногда бывают жесткие извержения. Разные типы, как бы, извержений, разные типы изливания лавы, магмы, там, взрывные извержения, там, пирокластические потоки бывают, образуются, что всех накрывает, как бы еще что-то там, вот. Их много, по-моему, типов 80, не больше. Ну, надеюсь, что этого как можно меньше будет в СНГ нашем комьюнити, получается. Оракул прилетает, что нахрен эти все пригары. Култи решил спорку выпилить, зачем? Ну, вот один дрон поплатился за то, что он родился здесь прямо. Вот. Спасибо всем за поддержку, парни. Так, а вы знаете, что вот этот вот проход, через него сталкеры не пойдут, и Култи придется гейт убивать. Вот это очень большой косяк Култи. Но я бы на его месте, думаю, нужно просто здесь застроить полностью, пробить камни. Но так как-то Нексус убивать, то надо было здесь брать Нексус, получается. Короче, ошибки какие-то от Култи. Адептов Френд достаточно легко принял, которые вместе с оракулами подходили, оракулы улетают. Так. Как надежда, что кто-то из наших пройдет. Надежда умирает последней. Обычно, когда сам не стримишь, так там кто-нибудь чудо может совершить.
А то так наших там хвалишь и все проигрывают. Потому что хочется похвалить, а ругать заранее не очень. Четвертая хата ставится френдом с эти крип. И здесь крип тумора додвинут вперед, и здесь. Здесь крип есть. Надо побыстрее вперед запиливать сейчас крип. Чем дальше, тем лучше он будет. Второй куга делается. Пулси, архивы темпларов. То есть будет. Будет, видимо, этот шторм. Ну, здесь у Култи стенка тоже странная. Обычно как здесь? Ну, здесь, в принципе, просто вот здесь вот пилон прям ставится. Сюда гейт и сюда, и все. То есть нужно образовать единую здесь стенку. Почему? Беллинги, если будут закатываться или забегания, им придется оббегать, а здесь уверчажить, еще фотоночку можно запилить будет. Вот, а Култи все нагромоздил здесь, непонятно. Почему здесь-то ничего не закрыл? Понятия не имею. Ну, так купить. Не продумал этот момент. Так, что он делается? Плюс еще два гейта. 71 пробка у Култи. Ну, мало пробок у Култи не бывает. То есть, в этом плане, конечно, Култи противоположность там. Не знаю, Блаю или кто там у нас на малом количестве рабочих любит агрессивно играть. У него наоборот перебор бывает частенько по рабочим. Еще в ходсе это наблюдалось. В Лотве надо быстрее намного базы занимать, чтобы такого не было. Так, Юр, ты чё, с луны свалился? Топ-8 еще днем ладерных присылали вообще. Так, свою соцсеть по СК чисто русскую запилил. Ну, ему надо СК-1 и СК-2 пилить. Я думаю, тогда пусть вместе будет и людей побольше, и новостей побольше, и всего побольше. Так как мы настолько гуляем, что второй, потому что по нему сеть делать сейчас, и первый в отдельности настолько популярен, а вместе как бы будет многим интересно. Так, заходит движуха здесь. Или не заходит. Ну что-то шевеление какие-то идут. 154-179. Штормы есть, штормы пошли. Нужно штормить еще Култи. Филды замечательно успел Култи поставить. От фаерболов увернулся. Штормы выкинул. Блин, вот Култи очень неплохо отыгрывает. И вход еще отыгрывает. Не был бы раздолбаем. Тренился бы с ходства еще. Я думаю, что он бы очень хорошо бы играл. Сейчас, но другое дело, что тот же Стрэндж тренился, и тоже он круто отыгрывал. Потом учеба и т.д. У Култи тоже учеба. Здесь что-то мешает, какие-то факторы, то тяжело, конечно, там. Без поддержки команды. То есть на ланы ездить, да, на какие-то выступать, уровень получать. Если этого нет, то тяжко. Так. Пятую хату уже Фэн занял, смотрите-ка. Прям разжился здесь. Живет что... Что называется, на широкую ногу. Крипа достаточно много. По лимиту 200 френда практически. Мут какой-то там полетел. А хайва, правда, еще нет. Но Култи тоже вперед не собирается. Привет, Джастед Дример. Вконтакте в группе выложил на главный гудгейма. Плюсики, ребят, ставьте, кто смотрит запись, то она и туда попадет, короче. Вот. Сейчас я скину даже штуку. Чтобы вы плюсовали. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Так, пока выкладывал запись, проморгал, что здесь врыв идет. Муталиски пытаются выпилить архивы темпларов. В это время Култи тут забегание лингов принял.
БНРУ ученики здесь забегают, но уверчажи у Култи есть, уверчажи справляются здесь. Надо ловить, походу, с этого френда. Култи решил, что самое время в контратаку идти. Мутка на сталкерах сливается вся в мясо. Поржи, Култи работают две пси, штурмовики есть, один архон отдался. Тищут реводжера на муви, пришли, слились. Штормы хорошо как принимают сейчас беллингов. Роучи бьются отдельно, имов очень много, 151 на 120 по лимиту. Призму куда-то полти вперед под королев отвел, сейчас потеряет призму свою, ё-моё. Взял призму, отдал. Но тут не так далеко до варп на самом деле происходит. Стал... Так, умудрился френд пока мутку не контролить. Мутка сама по себе, получается, выпилила тупо нексус на мэне. Так, здесь надо выйти отсюда, полти это и делает переблинком, даже... Даже стенку свою не пробил, но все равно, чтобы вот этого не делать, лучше таких ошибок со стенкой не делать, чтобы там сталкеры, например, пройти не могли. Так, делайте бизнес-план, это не ко мне, братан. У нас тут много кто наверняка может. Может, и я бы смог, если бы заморачивался, но мне надо... выяснить, что это и как делается. Я лучше в раскрутке поучаствую, если что-нибудь делаете. Ну вот. Мне некогда пока даже отдохнуть сегодня. Кино хотел сходить с Дашей. Ну что-то тут турнир как бы, и надо полуфиналы отдельно застримить. Люди, блин, на еженедельник деньги выделяют. Ничего себе. А я давно этого хотел. Как-то некрасиво будет в первом же турнире косячно стримить и быстро сваливать. Вот. Но это 1-0 Култи. Посмотрите, как он покрошил френда просто в мясо. Сейчас 22к на 11 потери. Култи что-то тут на муви ходит. ГГ пишет френд. Стебется Култи тут еще. Что-то, кстати, с 12 апреля там в Арди Турик, Юра, по-моему, он в понедельник будет. Я думаю, что можно и нужно нам подыскать день, другой будет. Что-то я смотрю, в понедельник по народу вообще глухомань какая-то. Надо, наверное, какой-то другой день нам придумывать стабильный. Вторник, может, среду. Так, Нексус Култи сам себе выпилил, ничего себе Култи дает. А я этого и не заметил даже. Вторая карта, окраина Нью-Кирка, 17-я хата у френда, у Култи Гейтгас Нексус Кибернетчика, пилон Гейтгас Нексус Кибернетчика. Блин, а я что-то не обратил, что Култи сам сталкерами все сломал там. Вот.
Так, ну Юра Гридкас уписал. Кто-то Гридкас что-то сегодня не хотел играть, не знаю почему. Может быть из-за поражения Минато на Серго турнире, как бы Кас немножечко решил подсбавить обороты и не играть. Не знаю, в чем там дело. Так, у Култи 15 пробок на мейне, 16. Так, 16 пробок на мейне у Култи. Криво распределены они при этом всем. Здесь 3, здесь 1. Здесь 3, здесь 1. Надо такое законтроливать, но не до этого Култи. Так, ну да, если в субботу вечером ничего нет, понимаешь, сейчас всякие ОЦС начинаются, и в субботу вечером может что-то быть. Вообще, кстати говоря, 6 по 9, а я тебе хочу рассказать, с 6 по 9 числа включительно, четверг, пятница, суббота, воскресенье, будет, между прочим, GSL Super Tournament, там каждый день будет по 4, по 5 проходить, с 11 по Москве утра, то есть как бы... Не факт, что в 14 он кончится, этот турнир. Так что надо со Starline там тоже что-то делать, подгонять. Так, в общем, Култи тут сталкера сбил на халяву, да? Ой, овера сталкером сбил, да, так оно и есть. Делается Даркшайн, видел это все дело? Да, видел это все дело Френд и Роба. А где Роба-то? А вот там Роба. А, ну тут и Роба по застройке, тут все понятно. Через два гейта все это дело. Так, 16 дрончиков на второго френда, 15 на мейне. Перевод на дальнюю, получается, на третью пошел. Грейт ренджовая атака заказан. Да и бывают такие дни просто, ну, что неохота играть, я бы тоже... Неохота играть, ну, не надо, значит. Этого делать. Так, ну, про не мучай пятую точку, сами знаете эту. Эту поговорку, ну вот. Не надо мучить себя лишний раз, отдохнуть надо, конечно. Так, дарки тут ходят, что-то королева по ним поплевала своими этими, чем она там плюет, когти, кислотные шипы, воздушные, да, по воздуху кислотными шипами. По земле когтями. Так, здесь две королевы заплутали. Смотрите, Култи не видит их, что ли? Вот же она стоит, Култи, забрей их нахрен. Они пришли, чтобы огребсти здесь от себя. А ты летаешь. Вон два архона, смотрите, халявные цели какие. Для архонов. Трансфьюзы идут, Дептро прохлада. Дрона Култи сбрил. Все трансфьюзы выманил. Забери архонов. Забирает архонов, Култи один аж пожелтел. Сейчас приболел немножечко, покусали сильно. Вот. Ну, я думаю, что, Юр, в четверг посмотрим. В четверг первый день. Посмотрим, сколько в четверг этот супертурнамент пойдет. И там по времени прикинем. Ну, конечно, 4 бо 5 с паузами корейскими. Даже если там 3-0 все будут считать, я думаю, они за 14 смогут выйти. А если там еще и матчи долгие будут, я думаю, это где-то в 16-0 может кончиться примерно. Так, на третьем никсе все у Култи добывается. Как-то вроде он здание строит, но опять же, тут надо плотное вот здесь, чтобы не проходило ни хрена. Култи тут фотонку ставит, правда. Но лучше жирное здание, чтобы гейты стояли, так что беллинги все-таки не проходили, а фотоночки как раз сзади.
Так, иммортлы есть. Здесь пару пилонов можно пилить, чтобы там... Если выход будет принять его. Здесь пилоны, кстати, все так ставят пульти, даже быстрого варка около этого Нексуса нет. Тоже косячок. Ну, такие моменты... Не, ну это все можно исправить со временем, как бы. Но все-таки это косячки. Которые на высшем даже евро уровне могут быть наказаны. Так, 73 дрона на 71 пробку. Култи пока на трех Нексусах сидит. Есть штормовик у него. Штормовики есть. Один пока брал штормовик. И делается шторм. Нужно еще варпануть штормовичков. Сейчас култи. Ну, второй робо делается. Второй робо, конечно, нужен. Скоро нет. Может быть, уже 5 штук. Еще больше будет строиться. На грейдах плюс один завис, что-то даже вторую атаку не закал пульти. Это ошибка. На третий нет, там топили бы ему четверточнее ставить побыстрее. Даже на ближнего, даже ближнего овера пульти не отогнал. Шмазеркор как-то криво висел. Но это косяк тоже стопудовый. До шторма там 20 секунд ставится. Внутри все штурмовичка будет, у них будет энергия, безусловно. Так, здесь два оверчажа. Плюс фотонка. Фотонка минус. Мазеркор минус. Еще один пульти успел уверчаж выставить. Не, ну здесь хорошо уверчажа сдержали. Некоторое время у нас получается бренда. Пульти идет вперед. Пилды неплохие очень наставил. Зилки прыгают вперед. Ну хорошо, пульти здесь пока отбился. Как бы легко достаточно. Вот этого выхода. Этот френд пытается гидро роучами тут подкатить. В это время три зилка забегают. Здесь и роуч стоят, и королева на четвертой базе у френда. Везде все прикрыто. Но на мэйне никого не стоит. И 6 зилков очень неплохо здесь заходит. Так, 3 зилка на королеву, 3 на роуча. Одновременно практически справились. Не в это время пулты тут что-то к френду приходит на третью базу вниз. Или даже четвертая была. Какая-то база была. Четвертая была, да, третья там была. Я помню, там королеву туда вышли, которых Култи пытался поймать. Сзади френд окружает Култи несколькими гидралисками. Спереди иммортлы будут уничтожены. Зилки на мэйне напрягли. Но там роучи сейчас просто сагрятся и отобьют все это дело. А вот в лоб Култи отбиться будет уже сложно. 36-90 по лимиту. Здесь ни Архона, ни Шторма. Один иммортл, просто масс зилки. При этом все, и четвертый Никс не качается. То есть экономика не самая лучшая. Призму, судя по всему, кул типа потерял. Там два зилка в тубушке бегают. Но они ничего не изменят уже, эти два зилка. Прыгает култи вперед. Похоже, что 1-1 счет станет. Френд, ты сегодня смотрю. Стрэнджа не случайно выиграл. Френд тащит. Здорово, Андернейм. Так, ну Култи переселился на дальний Нексус. Здесь и робо, и пилоны гибнут. Тут практически саплай блок сейчас будет. Три морту Култи построил. Шторм есть у Култи. Робо падает. Ну хоть пилоны защитите. То хоть, чтобы саплай блоков не было. 1000 минералов, между прочим, у Култи. Если он отобьется, теоретически у него минимальные шансы еще есть. Но натратить минералы. Так, зилки-то будут варпиться? Что-нибудь будет там варпиться вообще у Култи? Пошла атака от френда, Култи отступает немножко назад. Тармы пошли, раз шторм попёр. Фаерболы тоже имеются у френда. На штормов по максимуму уворачивается. Отступать сейчас уже не вариант был для Култи. Просто на третий френд уйдет. Здесь надо было максимально много зилков пытаться наварпить. А, гиты-то тоже погибли, гитов нет. Я думаю, что Култи не варпит ни хрена. И ты-то ж на третий все погибли. Вот минус тоже того, что на третий восстанавливал. Прикиньте, они бы здесь были бы. Так, Мазеркор прилетел, отдался. 4 дарка подходит. Как же они гидру здесь покрошили сейчас. Но этого недостаточно, чтобы победить будет. Штормы новые-новые падают. Здесь пару архонов можно было бы слить. В
Бейлинги просто сплэшом на халяву убили дарков. Так, фаербол на Иммортал. Блин, дарки, конечно, окупились просто нереально. То есть они здесь издержали эту атаку, но не до конца. Сейчас дарки погибнут, и это будет все. Минус Реведжера еще напоследок накрыл дарк, а этот побежал куда-то у культи вперед, там харасить. Здесь есть оверсиры, всего здесь достаточно. ГГ, 1-1. Так, сейчас я проверю, что у нас по сетке сейчас. Так, Авер с братком, Блайс, Изи, Фрэнд, Култи, Димага с Мината. ЗВЗ, ТВТ, ПВЗ и ЗВЗ. Два ЗВЗ, ТВТ. Ну, кстати, хорошо, хоть там полуфиналы не все зеркальные будут. Один точно ТВЗ будет. Только кто с кем, непонятно. Если Аверс выиграет братка, Блай Изи, то может быть Блай будет играть с Аверсом. А ведь Аверс сегодня не, ну там, с Блаем в чатике бодались на словах. Так, пошел инвайт, захожу. Так, что там, Димага Минат еще завез, я смотрел, уже клипов поднарезали. Похоже, что да. Пошло. Кстати, победитель, да, 2-1 Димага выиграл, Блай 2-1 Изи выиграл. То есть здесь победитель Френда Култи с Димагой будет, а Аверса братка с Блаем будет победитель. Вот так вот. Все обновилось, все стало на свои места. Ну что же. Так, Денис Марков, он же Култи против Memory Freak, он же Friend, бьется у нас. Это четвертьфинал, получается, сегодня только Култи матч я фактически стримил. Ну, блин, надо еще одного стримить. Хотя вот стримит FP Димага, возможно, браток стримит, возможно, Мината стримит. Смотрите FP у пацанов, и вы будете в курсе событий, вот. А, да, и браток стримит, все стримят, все в порядке, короче. Thank you.
наши зомби на... Может, в следующий раз Magic Zerg кто-нибудь постримит, не знаю. Да много там кто с кем бодался. Блай говорит, что Стрэнджесный перил на аккаунте, где 5000 ММР, 6000 точнее ММР, всех как бы не дал Блаю пройти там и ДНСу как бы, ну... Я не знаю, там снайперер ли Стрэндж или нет, и нужно ли ему это вообще, но, блин, чё жаловаться, выигрывай просто, и все, и проходи, блин. Или что теперь, как бы, ну... Не, конечно, ну, можно и слиться специально своему, там, если ты не паришься, да, как бы, вот. По этому поводу, но я сколько знаю, Стрэндж недолюбливает Блая. Снайперил он, не снайперил, мне все равно. Просто выиграй, и все как бы, и снайперение как бы не пройдет, вот в чем прикол. То есть в любом случае, как бы, если ты не можешь Стрэнджа выиграть на ладере, как ты будешь потащить в ЦС отборочные, где топ Европы играет, самый топ. Явно Стрэндж сейчас, который... Не тренился совсем недавно, сейчас играет, и то я не знаю, сколько по времени он играет. Он не самый сильный игрок, да? Вот, так что тут, я думаю, дело такое. Через Старгейт Култи играет. Оракул вылетает, смотрите. Блин, прикольно. Как-то интересно, Култи прям, смотрите. Но эта точка стандартная, здесь известно всем, что овер висит. Здесь Култи овера видит, и он прям между ними пролетает, соответственно. Третьей хате, где ничего нет еще. И это вообще... Опа! Это роучи Равагера. Пуш просто. Куда ты же собак-то жгешь, Вась? Ты что творишь-то? Култи не понимает происходящего. Это улын от... идет. А Култи не видит этого. Оракул полетел. Грелку надо делать сейчас. Култи возвращает Оракула назад. Здесь Сентри добавили. Мазеркор есть вообще? Где он, Мазеркор? Вот он, Мазеркор. На второй висит. Так, Култи пролетел, он что, не видит реваджеров, что ли? Да надо третий некус отменять и просто сюда заселяться. Здесь плюс пилона пошли, нужен филд, уверчаш, нужен срочно Култи. Как же долго он уверчаш-то ставил, еще филд нужен, есть же филд еще. Пошел еще филд, все, пилон недолго жил, в итоге и варпа не будет здесь, вот в чем проблема. Ай-яй-яй, все три гейта отключились, это такой фейл на самом деле со стороны Култи. Фаерболами пуляет, правильно все делает, конечно же Френд, он пуляет прямо. Пилоны, которые на гейтах делаются. Вот у нас варп начинается. Пробки очень сильно помогают Култи отбиться. И кажется, не хватает Френду здесь, чтобы пробить. А третий Никус-то Култи не отменил. ГГ. Ничего себе. В один Култи, ребятки. Ну что, Димага против Култи, надо начинать. Так, Блаю отпишу, чтоб не стартовали. Или там тоже.
Так, ну что, первый полуфинал, Димага против Cool C, второй пока там Аверс с братком доиграют. В принципе, если бы... В принципе, можно было бы братка Аверса посмотреть, подождать, попросить. Но я думаю, что лучше так начать, чтобы никого не задерживать. Вот. Тем более, может быть, все-таки на кино успеем сегодня. Хотя я чувствую, что все-таки впритык все будет. Скорее всего, навряд ли, да? Так, у Cool C что-то он просит, чтобы сначала другой полуфинал сыграли. Блин, а я уже Аверс отпустил, надо Аверса было стримить с братком. Так, у Димаги и Cool C Clan War 9 часов. Ну, мы сейчас сыграют они одну игру, потом мы посмотрим второй полуфинал, потом они доиграют, соответственно, и вот так вот мы сделаем. Здорово, Гер. Как там у тебя дела? Нормально все. Может, что там разблочили те? Че-то Димага с Култосом пропали куда-то.
Так. Мобисл. Глубоководный риф. Первая карта у нас. Резво создаю. Так, поехали. Первая карта Култи Димага. Потом пацаны пойдут КВ играть. Потом мы посмотрим братка с Аверсом. Возможно, они к этому моменту еще и не доиграют. Братка с Аверсом мы не посмотрим. Если только они не доиграют, и я пристримлю счет в ФП. Вот. Ну и про победителя братка с Аверсом против Блая мы посмотрим. А пока Димага против Култи у нас будет биться. Понял тебя. Понял тебя, Гер. Приезжает Култи, хаты у Димаги на второй нет, что для Димаги вообще в принципе не свойственно, потому что он любитель ранних хат, очень-очень сильный. Так, все, пилон отменен. Подблочил Култи там вторую хату. У Димаги пул первый, видел он. Пилончику Култи здесь будет еще гейт, вообще заблочить все будет. Плюс газ пошло. Пошел. Да, и напиши, Гер, какая там у тебя. С утра-то ты дома будешь, чтобы определиться нам, что к чему. Может, там завтра или послезавтра. Так, Старгейт у Култи. Прилетает Димага, все видит прекрасно. Здесь адепт один идет вперед. Вне вижен оверов, не вижено каких-либо других юнитов. Может быть, Димагу сейчас понапрягает. Здесь 4 собаки есть, которые в ближайшие секунды уже со скоростью будет. Так что навряд ли здесь что-то получится сделать. Так, третья хат Димаги доделают. 32-30 по рабам.
плюс 2 гейта у Култи. Короче, Старгейт, Оракул, плюс 2 гейта с адептами будут у Култи. Нечто подобное, что было в предыдущей игре. У Култи билд против френдов, третий. Но там-то френд Роучи Реважера, получается, улын делал. И Култи каким-то образом не понял. Ну, там получилось как, что френд пошел внутрь, и Оракула там очень сильно нажгли. Хотя казалось, что ничего уже не получается у френда там. Но еще и пробки очень вовремя Култи вывел. С пробками отбиться получилось. Если бы там не пробки, или как-то он в другой момент их вывел раньше или позже, может быть, там и по-другому игра сложилась бы. В этот раз и стенку нормальную Култи сделал, то есть не заблочено здесь с этого направления. Понял, Гер. Ну ты напиши, короче, когда там время будет, потому что в ЦСу тут начинаются все дела, надо как-то будет планировать, короче, тогда. Ну и сам гейм, что приплеи были. То есть, ну, как-то будет не очень. Так, тут Харас идет, смотрите. Харастазисными ловушками. Полюбили сейчас все вродцы после того, как Стац это делать начал. Это до Стаца еще делали, но Стац очень эффективный. Я не помню, с кем там он просто в мясо захарасил. То ли Су, по-моему, там, то ли еще кого-то. Ловушками этими. Так, два роба Култи добавляет. У Димаги Гидроден пошел. 14 дронов плюсом, пока Култи впереди даже по рабочему. Сейчас вот благодаря вот этим 16 уже. 16 дронов делает Димаг, но 2 Култи минуснул. Но все равно Димага впереди окажется по рабочему. Ну, правда, не сильно совсем. А Култи и по лимиту даже больше. У нас первый Иммортал заказан. Здесь добыча вовсю идет. Твайлайт шел. Поржат Твайлайт на третьем Нексусе. Тоже вообще странное расположение. Вот что мне прямо нереально не нравится в Култи вообще всех билдах, постановки зданий, так это то, что, знаете, ни около мейна пилона нет. Ни около второго Нексуса пилона нет. А что если собаки сюда какие-нибудь забегут, передроп или что-нибудь там прилетит? Это же вообще печаль будет. Даже какая-нибудь мутка, я не знаю, что угодно, как бы попадет на мейн, и там просто нечем отбиваться. Ни уверчаш не поставить, ни юнитов не варпануть вообще. Так, 4 гейта у Култи. Ну, здесь, кстати, и застройка даже у Култи гейты, смотрю. Чудом тут улетает оверсир. Нужно сталкера варпануть, оверсир сваливаем. Куда ты, сталкер, Вась? Култи здесь не туда. Ну, варпишь сразу, возьми его, выбери и райт-кликом у оверсира. Ну, так и так, нагнал, кстати, смотрите. Вот, кто-то очень поздние голосовалки сегодня пилит. Такая игра, 7.20 идет. 5 гейтов Култи добавляет, архивы темпларов, 2 роба и мортлы делаются, вот и пилончики появились около Нексуса, здесь быстрый пилон, этот быстрый, хоть варпануть можно, что-то будет. Так, где-то кто-то, что там? Где рабочие-то погибли, я даже не понял, где погибли, я здесь не видел никаких красных точек. Вот, стазисные ловушки Култи добавляет, 138, 120 по лимиту, 18 бейнов Димага делает, гидрой пришел сюда к камням. Ай, два оракула пытаются выпилить Димага. Выпилил только один. Часть юнитов на стазисе подблочилась. Два гидралиска, один бейлинг. Но это не страшно. 146-32. Здесь Димаг приходит с двух сторон. Но тут, извините, здесь три. Здесь пять фотонок вообще по всем направлениям. Здесь Иммортал, Сентрей миллиард вообще. Ульти ставят хорошие филды. Плюс оверчаш, но Мазеркор-то куда вылетел? Это ошибка Култи, Мазеркор потерял, у него ведь много еще энергии было. Но сразу же восстанавливает, вот он с новым уверчажем будет. Сейчас шторм будет через менее чем через 10 секунд, уже готов. Новые беллинги вперед катятся, ай, Сентри взрываются. Но достаточно Сентри еще часть бейнов функции подблочил. Через секунду будет шторм готов, все, пошел шторм раз, пошел шторм два.
Вроде как держится култи 118-114 пулеметов. Верчаж можно было бы впилить. Култи впилил. Куда? ГГ пишет Димага. 1-0 култи. Не смог продавить. Не смог продавить култи. Тьфу, Димага. Я заговариваюсь. Аверс выиграл, братка. Так, ну что, Аверс против Блая мы ждем. Сейчас, ребятки, Димага с братком доиграет. Тамбу 1 КВ, я думаю, он ничего не задержит. Принципиальный, я бы сказал, матч достаточно, учитывая, что Блай тоже сегодня цеплялись с Аверсом в чате. Твой токсик, конечно, есть. Так, куда Таверс пропал, блин? К вам там пропал. В чате не видно. Так, блин, где же, черт побери?
Через минуту будет Аверс в скайпе, ответил. Ну, честно говоря, Аверса... Ну, многие ждут после того, как Аверс эту тему создал на форуме, что поддержали его там на поездку на турнир, да, как бы от него ждут, что он прямо сразу станет корейцем, там, я не знаю, Гумихо каким-нибудь, умех, который играет, и что это нереально, но я вижу реальный прогресс. Тут брат Каверс пробривает, там, на GoFSK вчера он там кого-то пробрил, я помню. То есть уже как бы уровень такой есть, то есть... И он стабильно на многих турнирах, как бы, то есть таких игроков, с которыми, мне кажется, что браток фаворит с Аверсом по-любому, как бы, был бы. Но Аверс берет, побеждает. Посмотрим сейчас, как с Блайм зайдет, конечно. Так, нет, это было бы 3. Просто Кулси ведет 1-0. Сейчас они клан Варда играют. Вот Аверс пришел. Сейчас почеркаю с Блайм, будем смотреть. Так, глубоководный риф, первая карта. Потом. Так, все здесь. Так, что-то у меня звуки отсчета пропали, почему-то не понял я почему. Вот. А, я звук Ctrl-S нажал, вот в чем дело. Вырубил я звук, ребят. Аверс против Блая. Полуфинал у нас второй. Первый еще, правда, тоже не закончен. Досмотрим и Култи Димагу, потом только финал будет. Как-то так. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге.
Так, ребят, ну тут Айверс через Рипер, извиняюсь, отвлекся, все, сейчас уже в игре целиком и полностью. Я... Ублая хата была 17-я, вот две королевы готовы. И третью ублая ставит Рипером. Айверс все запалил здесь, естественно, что третья ставится. Ну, по 11 ему навряд ли что-то сможет. Армори на майне. У Аверса это не просто так делается все, то есть это будет, сейчас, погодите, один, это сверхранний армори, угу, это под пуш третьей хаты со сверхранними просто хелбатами, то бишь, четыре собаки у Блая и две королевы, и они не могут это все дело отбить, сейчас еще, правда, плюс две будет, тогда можно попытаться будет, так, а где Оверблая? Он не спалил армори, между прочим. Собаки заставили кататься. КСМ их сейчас не слабо. Ну, вроде Аверс все сбрил. Бла еще одно забегание сейчас делает. Очень агрессивно он действует, стоит отметить. Аверс поехал вперед. Да, 4 хелбата это для собак напряг, но там королевы 4 штуки. Вот не туда Аверс приезжает, трансформит в итоге циклонов. Здесь циклон трансформируется. Ой-ой-ой, как здесь обломно. Здесь минус все рабочие на второй базе. А здесь Аверс абсолютно ничего не пробьет четырьмя хелбатами. Здесь 4 королевы плюс собак пачка. Это очень плохое начало для Аверса. Аверс покидает матч. Так, про ставки это не ко мне вопрос. Вот. Так, секундочку, сейчас создам я, какая у нас там карта. Проксима станция. Что-то у Аверса припекает маленько от Блая после сегодняшнего. Вот, ну Кирилла нет, поэтому и ставок, видимо, нету. Ушел Кирилл сегодня. Так, Аверс пока не зашел. Поехали, вторая карта. Улти и Димага играют, да, видимо, играют они. Сейчас посмотрю, как призы у нас распределяются. Ну что, 5400 первое место, 2300 второе, то есть практически 150 баксов у нас призы, как бы, то есть таких и нету даже туриков сейчас. Ну, чуть меньше, конечно, бакс 56 сейчас примерно. Еще пятихатка где-то и будет такой приз. Один ноль Блай ведет Проксиму, вторая карта. Не удалась задумка от Аверса. Вот на этой бы карте она, возможно, бы удачнее бы зашла. Почему? Потому что на предыдущей карте был, то есть
Там есть два прохода, где можно забегать, и там вот к этому моменту, при таком раннем арморе, при вот таком хелбат под пуши, там невозможно сделать стенку, от которой бы полностью закрыло бы все. Разве что барак туда вниз переводить, сажать, но там пристройки не сможет сделать там для зданий будущих каких-то. В итоге собаки очень удачно забежали, а Авер с хелбатами ничего не сделал. Так, орбиталочка у Аверса. Рипер делается. Здесь хатка доделывается у Блая. Ну и пул тоже доделывается. Короче, опять же, хата первая, пул у Аверса факта. Через один газ первый мул полетел. Рабочий очень на закат. Сейчас нужно будет делать реакторы депуху. Депуха, где же депуха? На депуху пока рабочий не выводится. Вот уже соточка-то минералов есть. Вот он отсюда выводится. А supply блока не будет? Нет, не будет. Supply блок, скорее всего. Да, потому что 5 секунд еще рабочий будет строиться. Депуха строится 21, а рабочий так. 5-12. Нет, кстати, небольшой supply блок-то все-таки будет. КСМ-ка раньше депухи достроится. Вот надо было чуть раньше рабочего выводить. Страшного ничего, правда, нету. В принципе, билд надо грейдить всегда, чтобы таких косяков не было. Потому что секунды 3 сейчас рабочий не строился. Вроде как и не дикий косяк, но тем не менее ненужная простойка получается. Блая очень ранний лейер попер. Не знаю, может Блай хочет поджать Аверса Нидусом. Червяк в попе червяк поджигает попу. Червяк в попе. Символично. Не знаю, но может быть это просто шпиль. Здорово, Кипер. Вот. Рой эволюционировал. Мне, честно говоря, сложно сказать, что тут будет. Так, нет, шпиль это все-таки. Нет, это шпиль. Со шпилем это немножечко другой расклад. У Аверса третья ЦЦ-ха, Блай ее сейчас спалит. Да, видит ЦЦ-ху Блай. Полетел викинг вперед, из еще геликов до готового шпиля получится дропнуть. Второго рабла отдал, но он понимал, что он уже никуда не денется, хотя зачем он сюда летел, может быть, куда-то попытаться просто тупо по центру улететь. Навряд ли викинг бы так летал и искал бы вероятные позиции, где оверсит, здесь, наверное, аверс. Не знаю. Полетел бы отдал, ну, не смертельно, конечно, но неприятно. И вот сейчас гелики до готовности мутки прилетят к Блаю. Приятного мало, 12 собак есть, этого более чем достаточно, чтобы уничтожить гелионов, которые только дропаются сюда, то есть их прямо на дропе была и принимает. Можно, конечно, в другом сюда куда-то дропнуть. Девять муталисов от Блая. Это, кстати, очень немалое такое количество. С инженеркой чуть Аверс запоздал даже. Так, гелики пролетают в тыл. Можно, кстати, на третий дропнуться. И учитывая, что мутка улетела, как-то нагло Блай там мутой свалил. Вообще Аверсу можно было проезжать на мэй, мне кажется. Это Гагалёс. На Твиче вроде человек смотрит там 70-ка, но что-то... Ну, видимо, на ГГ в чате сидят все, поэтому так и получается. То есть Аверс видел шпиль,
Видел же ведь шпиль Аверс давным-давно. И просто прилетает мута, а Аверс не готов. Это 2-0, ребята. И хотя нет, Торы сейчас выйдут рано, говорите, 2-0. Но это печальнейшее начало просто для него. Опять же, весь на туретку сагрилось муталиски. Один мутал все-таки минус. Хотя здесь, в принципе, контр-харас от хелбатов. И даже Аверс... Ой, этот... ну да, Аверс убил 4 рабочих. Бай 4, соответственно, потерял. Ну, сам-то 8 потерял. Плюс это не конец Хараса. Здесь что-то мутарм рядом висит. Опасно. Это второй тур выходит вниз. Так, Элбат на мэне пытаются разобраться. Ну, с двумя дронами разобрались. Почему сюда-то не пролетел Аверс? Ну, он не знал, что там ничего нет. Решил на мэйн дропнуться. Вот, прилетел бы чисто случайно вот туда, на дальнюю базу, могло бы неплохо все получиться. Прилетает мутка против Тора, решил, да, сейчас я стеком, типа, муткой Тора заберу, не забрал. В итоге Тор одного мутальца забрал, почему не забрал? Потому что был еще Либератор, и второй Тор был недалеко, он помог первому. Ну, Аверс жив пока, Аверс жив, но нужно восстанавливать экономику, и нужно пытаться... Так, на третьей нужно туретки, нужно в продакшене туречку желательно сделать. Здесь туретка стоит таким образом, что с этого направления можно спокойно рабочих харасить. Либо с газа. С газа, кстати, не очень здесь туретка достает. Но, тем не менее, убить это можно как бы на хп разменять, но только регенится быстро, что и делает сейчас Бай. Еще и газ выпиливает Аверсу, а газ при игре в мех это очень важный момент. Не будет на грейды, не будет, там каждый тур 200 газа стоит. Так, на муви что-то Аверс Тором ходит, сейчас нелепо как-то. Вот, ну, так, минус муталис сразу же. Здесь тоже туреточка есть, туретки стреляют, пиляют. И Блай просто роучи строит, но это типичный билд Блай, я не знаю, он таким билдом уже больше года играет. То есть просто прилететь, особенно против, да и меха против и био это работает, даже некоторых вариантов био. То есть прилетел муткой, подхарасил, особенно если это зашло, все, просто масс-роучи строится с реведжерами, идет атака без грейдов, без всего. И ведь Аверсу нищим будет отбить это все дело. У него 2 танка и 2 тора, а там уже 14 роучей, 16 роучей, 9 реведжеров и муталисков 6, как бы. То есть муталиски затанчат тора залпы первые. А роучи выпилят танки. Просто вот и скорость роучим готова. 43.77 по лимиту, нужно еще отметить двукратное преимущество по боевому. Вот было бы у Аверса хотя бы, да даже 4 танка здесь тяжело бы, не сдержали бы, скорее всего, а 3 тем более. Что-то рабочие еще здесь стоят, тупят, как бы никуда не это, не двигаются. Могло бы помочь здесь Аверсу наличие стенки, могла бы помочь стеночка. И хотя бы штук 5-6 танчиков. Тогда да. А так Блай заходит внутрь, ребят. Это минус 2 танка, которые падают. Это 2-0 изи просто. Какое-то получилось. Минус дэмэдж у Блая по Аверсу сегодня. После чатовских баталий. Сложно мне судить, кто победил в чате. Без чата Блай побеждает. Так, Димага здесь. Димага Кулси уже здесь. Поэтому будем продолжать сейчас мы турнир. Так, Ньюкирк. Ньюкирк, Димага, Култи. Блай ждет победителя уже. Ну, либо Димага против Блая будет финал. ЗВЗ. Манерная ЗВЗ, я бы сказал, Димаги с Блаем. Особо нечего делить и сраться. Либо Култи против Блая. Давнее противостояние, горение будет.
Так, Димага Култи надо обратно переименовать. Чёртовы эти переименования все. Опять Димага Култи. Так, не надо спойлерить только результаты в чате. До задержки. Так, Ulti 1.0 уже ведет. Вторая игра. В первой игре Димага вообще с пула первого играл. Здесь все-таки с хатки первого он играет. Ulti, пилон гейт, кибернетчика. Все это на лоу-граунде уже делается. Кстати, не вплотную он к рампе вот здесь это делает. И проход вот здесь остается между гейтом. То есть здесь нужен еще один пилон и здание одно. Ну, застройка будет нормально, короче говоря. Так, Старгейт и Култи на мэне. Пошел вперед адептом. Ну, как и в предыдущей игре, Старгейт в 3 гейта, видимо. Как и решающую с френдом Култи играет. Блай уже в финале, уже 2300 получит по-любому. Призы попал, так сказать. Я думаю, распределение только на первое место у нас оказывается нет. Да, в принципе, я думаю, нормально так. Учитывая, что сегодня еще накинули пацанам просто. Почти двушку, да, как бы. И почти 150 баксов. Призовой стал. Вот раньше такого что-то не было. Так, плюс 2 гита у Ulti. Ушел адептами, главное, а здесь-то что происходит? Димагов что-то постоял, он не увидел, что адепты телепортнулись, что ли, я что-то не понял. Похоже, да, Димага не спалил, интересный такой момент. Может спокойно на вторую зайти, просто базу. Оракул летит вперед, здесь две королевы, но 2 адепта-то смогут сейчас под королевой, просто рабов здесь напилить нормальное количество. Тут Ulti заходит, уже рабочего выпилил одного. Второго, третьего. Это все, на что адепт способна. Но Оракул способен еще забрать 4 юнита на дальней базе. И одного здесь еще. Ну, под тремя королевами не надо так Ulti, ты еще творишь. Так, энергия здесь 26, немного 27. Врубило 3 энергии, моментально кончились. Повезло тебе, братан. Сказали остальные дроны этому, но и всем остальным повезло, что тоже там энергии немного было. 45-42, тем не менее, удачно, в принципе, 7 дронов. И овер вначале сбритый, как бы, а Ulti 2 адепта всего потерял. Это нормальное начало для опроса. Так, фаржа у Култик, это стенка нагромождения зданий просто. Хорошо, что... Не, ну, в принципе, здесь проход есть между Никсом. Если бы она вот здесь стояла, то невозможно было бы здесь передвигаться. И это не мелочь. В некоторых ситуациях такие моменты к поражению приводят. 2 руба на третьем Никсе. Опять вспомнили многие процессы. Сегодня и корейцы играли также. Бил с 2 руба. Thank you.
Так, на третьей хатке газ Димага не добывает. 58-60 култи впереди по рабочим. Самое интересное, рабочих строит очень даже неплохо он сейчас. Как и всегда, в принципе, он строил. Иногда с перебором, я уже об этом говорил. Но лучше строить рабочих с перебором, с небольшим, чем с недобором, конечно. 64-63, просто больше, чем... Это вспомнить Волу, где там Димага тащил, или Ходс, я не знаю. Чтобы, блин, Зерга просто обгонял по рабам. Ну, хотя в Лотве немножечко другие моменты и немножечко другие, в общем-то, билды и... Собственно, часть другая, рабочих вначале другое количество, поэтому и макро по-другому выглядит, да и все по-другому выглядит. Здесь, короче говоря, Оракул у нас... Так, ульти стазисные ловушки ставят на четвертой базе, получается. Димага пошел, он видел, что здесь культи ставил, разбросил чейнджинг, кстати, он превратился, когда ловушечка сработала это. Ну, здесь мы наблюдаем скорость гидре с дальностью, скорость роущем. 1-1, 3 валюшна у Димаги. Димага вспомнил первый StarCraft, походу, он любил такие билды с масс-масс-масс с грейдами. А чё все тройки там, гидра роучи 2-2, линги 2-2, это, поверьте мне, кусачая такая тема от зерга. Единственное, что я один раз только от корейцев, помню, такую тему видел. Реально, в одной игре, даже не помню уже, кто играл, но... Ну, как-то это пока не делается, то есть нужна экономика пожестче, видимо. Четвертую, если раскачать, так уже неплохо. Будет стазис, наверное, четвертый, если дронов стек поедет, например, сюда, ну, такой серьезный, то может все заблочить. Всех заблочить дронов этих. Если они к ловушке приедут. Так, Димага 2-2 заказывает. Это атака коготь ранжовая. Брони пока не делает. Броню пока не делает. Тут шторм. Проблема в том, что просто все штормом может законтрить просто это дело. Как бы и выходом каким-нибудь. С трех баз. А у Култи ведь шторм уже есть. По лимит проседает немножечко. Хайф у Димаги пошел. Броню пока Димага не спешит делать. Блин, да, заблочила эта стазисная ловушка. Но она заблочила. Фактически спасла рабочих от Оракула. Вот он прилетел. Но семи дроном все равно не поздоровилась. Надо здесь спорку поставить бы Димаги. Оракул минус будет, Култи чуть про него забыл, не контролит, а ведь он мог бы еще пожить и покидать ревелейшены. А что от него еще на такой стадии надо? Кэш демеджем тоже помочь может, но ревелейшены уже и важнее даже на этой стадии, когда там зерга 200, чтобы понимать его положение армия, как бы, чтобы видеть, куда кидать штормы, куда ставить филды. Димаги хайф и шпиль, то есть выход к бруду идет. Култи пока пассивничает. Четвертую раскачал, 79 дронов здесь. И броню все-таки третью заказал. Сейчас можно будет там 3-3 делать уже скоро. Так, Юр, запись чего будет? И с чему такие смайлики? Запись будет на Ютубе, почему не будет? Это же турнир, не рестрим, как никто ничего не заблочит, там ничего не сделает. Вот, ну она будет тогда, когда выложится запись, так она обработается, соответственно, то есть, не скоро, короче, она будет еще, ночью будет готова она, либо к утру. Плюс, если я, наверное, сразу домой пойду, я не знаю, я поставлю на заливку комп на автоотключение, запилю через командную, получается, строку. Бывает просто, что рассчитываешь, что запись там зальется с запасом, ставишь время, потом приходишь, она там процент не залилась, например, или там несколько, и все вылазилось пирам. То есть такое тоже может быть. Так, идет Култи вперед, очень много у него эморфов, очень много у него штормов, как же штормы, заходит Димага, в какой куче стоит, какой дэмэдж получал здесь. 155-162 по лимиту, и мортлы просто распаковывают все. Роучи вообще там в секунду все падают, 145-147 по лимиту. Ну, победил Култи здесь Димагу в лоб, но ему бы сюда архонов несколько штук плюс призму для даварпа. Ни того нет, и вынужден Култи отступить немножко назад. Зато у него есть четвертый Нексус, где добавляются 4 фотонки. Сейчас плюс зелок стоит, то есть уже от забегания здесь оборона будет какая-никакая. Здесь имморталы, призма, в общем-то, делается, штормовички добавляются, один вот вернулся сюда. Но у Димаги-то
А, у Димаги борода, Грейтер Спайра нету, только сейчас он заказан, 70 секунд подождать надо, а вспомнил бы сразу бы об этом, уже бы сейчас Грейтер Спайр был, и к следующей атаке Култи были бы бруды, а у Култи нету ни блинка. Ну, Глефа ему и нафиг не нужны, сейчас ему блинк нужен. И Старгейт есть, но Култи про Грейтер Спайр не знает, все, он не готовится к брудам. Так-то он мог бы уже флитбикон до второй Старгейт сейчас запилить, все нормально. Так. Мне не нужна кнопка здесь. Кнопку я и не нажимал. Кнопка нужна, когда Корею стримим. Рестрим идет, получается, 12 морфов. Это гигантский ДПС, конечно, особенно если Роучи. Блин, как Роучи против такого микса, это вообще прохлада, конечно. Разве что с Вола. Когда мы все еще играли, Димага говорит, мне нравятся зерги. Конечно, они ему нравились, потому что Роуч один лимита тогда был вообще в те времена. И много там чего у зергов еще было. Снэклси штурмяков, призму Култи, идет на лом. Пытается Димага караптерами выпилить призму. Призму-то выпилил, фаерболы по сталкерам проходят. Нету еще Грейтер Спайра, уже караптера одного слил Култи Димаги. Ну, блин, пока бруды наморфятся, пока они наморфятся, можно эту базу убить, но Култи почему-то не идет. Ну, что он ждет-то сейчас? Сейчас брудов дождется. Ну, даже, кстати, если он выпилит эту базу, брудов здесь нечем в этом миксе убить. Так, штормы будут, пошли штормы от Култи, очень много штормов. Заходит, дронов выпиливает. Ай-яй-яй, как же Беллинги здесь терпят, еще штормы остались. Сзади линги приходят, фаерболы прям в эмув. Хорошо, что поля были сейчас закулдаунены. Поля спасли, 140-158, но сейчас лимит Култи станет резко меньше, потому что имморталы все погибнут. Правда, они хату выпилили, но бруды аннигилируют все. Еще один иммортал пришел на раздачу, сейчас отдался. Ну, у Димаги три базы, в это время зелки здесь на второй базе работают не слабо с тремя атаками. Ну, собаки 2-2, их очень быстро сгрызают. У Димаги 3-2 грейды. Главное, чтобы учитель StarCraft не выставил Димаги 3-2 за эту игру, потому что всякое может быть, могут эти двойки не помочь. Ведь экономика 3 хаты, вторая кончается и третья кончается. Она совсем нехорошо для... Нехороша для Димаги. Нехорошую ситуацию создает. Потому что... Что, ну, тут как бы он сможет... Чем продолжить-то? То есть он может только к брудам сейчас добавить что-то. И так попытаться действовать. Ну, вот я всегда за грейды двумя руками. Но, черт побери, когда у тебя на хату нету на восстановить, и у тебя мирал окончается. Какие 3-3-то, черт побери? Это ж хата чисто тупо по грейдам. По ресурсам, простите. 3-3, конечно, нужно, но армии-то нет под это 3-3, фактически. Лучше уж, по-моему, хату заказать и брудам там атаку какую-нибудь запилить. Хотя пока она... Ну, первая-то она быстрее, чем 3-3 доделается намного. Так, Култи прилетает призмы. Все, Култи, посмотрите, у него четвертый Нексус добывается. Здесь еще тоже лес есть. Пятый в центре добывается. Он уже шестую базу ставит, фактически, сейчас. А Димага, главное, что он как бы... У него меньше баса, он сидит, никуда не летит при этом, не идет, не пытается ничего сделать. Да, инфесторов добавил, да, инфесторы хорошо, да, вайперы это тоже хорошо, но что с экономикой-то делать? Еще и рабочих Култи 78 на 58. Ну, типа рабам-то всегда любит так очень много построить. Дарки варпятся, плюс зелок, плюс еще... Так, нафиг зелки дарков, здесь наоборот больше надо Култи было делать. Но зелки с плюс 3 неплохо здесь работают, и Беллингов Култи спалил. Беллингов встречает с толкерами. Хорошо заблочил, к рабочим не дает дойти. Ну, 8 пробок задело сплэшем в итоге. Ну ладно, 70 дронов там Култи хватит. Да он сразу 3 заказа, он там все восстанавливает. Здесь дарк пришел на вторую, где вообще ничего не... Нет никакой обороны, кроме оверсира, который тупо дарка видит. Какая разница ему, что видит? Дарк не стеснительный пацан, он просто режет, короче, 8-14 зарезал дронов. А, это дарк на дальний, офигеть, просто. Здесь оверсир есть, бруды рядом, но они не атакуют, они вне ренжа. 21 дрон Култи убивает, 22, но это жесть вообще. Там тоже не стеснительный дарк попался совсем. Короче, все плохо у Димаги с экономикой.
похоже, что навряд ли он здесь Култи уже в этой игре выиграет, потому что по боевому тоже печаль. Сейчас Култи сделает 200, и боевого будет примерно то сюда еще 24 лимита добавить, то есть около 120 боевого, то есть на 40 примерно больше, чем у Димаги. Грейды 3-1 у Култи, да, у Димаги лучше, у него 3-3 милишные, 2 ренжовых атаки, то есть земля практически полностью грейжена. Но воздух по нулям, и 3-1 тоже грейды не слабые, то есть Култи их вполне достаточно здесь будет, я думаю, для того, чтобы отбиться. И вот сейчас только Димага пошел вперед, то есть он, получается, вайперов ждал и инфестер. Но это все контрится фидбэком. Этим нужно всем делом сконтролить, а до этого, как бы руды только доделались, у Димаги был очень неплохой лимит такой, который мог бы сработать здесь. Ну а в итоге 6 этих брудов, что они сделают? Было бы их здесь 12, что ли, штук, я не знаю. Микос кидаем зеленку наверх, и бруды атакуют. Это при всем при том, что Проц должен не законтролить пси-штурмовиков. Притягивает Култи Димаг пси-штурмовиков. Можно было фидбэчность на притягивалке. Агрессивные блинты в Култи. Колоссов уже 6 штук. Сталкеров до варп идет. Одного бруда Култи там фокуснул. Сейчас еще фокуснет брод. Зеленку пилит Димага. Фидбэки пошли. На королев выходят колоссы. Здесь только Култи, что даже он просто утаху даже разберет. В таком кривом бою. Его больше намного. Бруды выпиливаются. Все выпиливается по чуть-чуть. ГГ пишет Димага, Култи в финале, будет противостояние Култи против Блая, давнее такое, я бы сказал. И принципиально Култи просто не играл некоторое время, и раньше они с Блаем постоянно встречались, как Култи тренился в Хоссе. Так, астероид, спонсор наш, я вот никнейм, Юра чуть никнейм не говорил, в скайпе пишет, что астероид приболел, ну, поправляйся, астероид, тебе громадное спасибо за данный турнир, вот, запись будет на ютубе, но на ютубе сразу она моментально появиться не сможет, конечно, но к завтрашнему утру точно будет, или сегодня ночью, вот, мы ждем финала, соответственно. Так, 21:45. Ну что, ждем финальчик. Ну, я надеюсь, в следующих турнирах ЭКАС примет участие много других игроков. Может быть, когда-нибудь, если я Ladder Cup поиграю, хоть 5 игр, 10, и сам for fun сыграю. Вот, может быть, еще кто-то будет. Посоветуемся на следующих турнирах. Написать могу Варде. Могут. Я вот не знаю, как вам, как бы, но если придут сюда некоторые из буржуев, но сейчас даже некоторые из буржуев не самые сильные могут забрать призовой, не знаю, игроки-то, я думаю, не забудут, ну, как зрители тоже, я вообще не знаю по этому поводу, короче. Чисто для наших оставить или открыть в итоге этот турнир.
Так. Так, погнали, ребят. Я не знаю, тут ли Блай. Чалик отдыхает. Не знаю, тут Блай или нет. Тут Блай. Все, все нормально, погнали. Култи, конечно, блин, вот не знаю, кто из игроков, ребят, конечно, там... Бывает, я и сам себе лишнего позволю, там, с корейцами или так далее, болею, переживаю, там, и т.д. Вон, сейчас еще ставки эти, как бы, ну, нужно это контролить, понятное дело, как бы. Ну, разводить срач не надо, как бы. В своих, там, ресурсах, там, контакты, где-то еще, ну, там, хотите и делать, это, конечно, глупо, как бы, я вас призываю там это не делать, ну, не надо, где турниры, просто вынуждены будем выпилить, просто, и все, как бы. А не хотелось бы никого выпиливать. Култи, блин, Култи, понятно, как бы он подросток и общается как подросток, да? Нагловато просто, тем более в интернете. В интернете нельзя объяснить, как бы, да, что-то. Вот, ну, Блай тоже там выпрашивает что-то. Мы забаним, если надо будет. Как бы. Тем более, я как бы не судья, судья Юра. Это я как бы Кулки там всех всегда прощаю. Там других игроков, как бы, да. Потому что кому играть еще сейчас не так, не такая большая у нас сцена. Вот. Ну, может, это и не надо делать. Юра же... Юра не вращает. Наказыватель Юра, короче говоря. У Блая пул... Погодите. Нет, 17 хата Гаспул, пока я тут распинался. Вот, ну на самом деле это надо Култи больше. С Блаем информацию эту. Вот. Так, что еще за 3000 рублей? Ничего себе. Может, лучше на следующий турнир будет? Спасибо спонсорам. Пусть спонсоры поддерживают и мой канал заодно, и меня, и всех игроков, кто в ФП стримит, если возможность есть. Но и так за турнир громадное спасибо, на самом деле. Вот, надеюсь, что не последний турнир. MX Фарш перевел еще, короче. Чуть себе, ребята, просто призовой увеличился на 4 рэп, саны будут рады, что... Так, он увеличился, 7701, 3302 фактически уже. Неплохо, неплохо. Громадное всем спасибо, турнир, ну, не последний, я надеюсь, как бы будем болеть, будем смотреть. Потом с Юрой посоветуемся, что там с буржуями и т.д. Ну, в принципе, для СНГ интересно, как бы можно, конечно, со следующих туриков, если так пойдет, что на такой призовой 11 рублей, можно уже, например, и... полуфинал ибо 5 сделать, да, например, вот главное не все матчи бо 7 как Зер. Привет, Крит, Блай тех лузов и плашет на всех турнирах. Нет, да иногда он прав, я помню, там
было пару случаев. Здесь же как бы, ну, тоже, это весь срач постоянный. Блайта выпрашивают, но это не значит, что нужно общаться, как будто ты этот... Ну, то есть, все-таки это интернет, и все мы знакомы, на самом деле, и лично там, и я с тобой, и как бы... Я не помню, видел ли я Култи вживую, по-моему, нет. И с Блаем там, да, там... Ну, это не значит, что надо общаться, как в своей компании Култи там. Вот. Потому что если б я так делал, например, наверное, бы меня уже и Майкер бы выпилил с Good Game, например, как бы, а то и Good Game написали, что здесь происходит вообще кто-нибудь. Хотя ладно, это я чуть преувеличиваю, конечно, свою неадекватность. Даже не знаю, как это назвать. Короче, суть не в этом, не надо, в общем, пригорать. Призовой, вот люди 11 тысяч раз сделали, как бы, и... Турниры эти еще будут дальше проходить, скорее всего. Так, стазисной ловушкой тут немножко Култи пытался подхарасить. Но одного дрона он всего лишь выпилил. Вот еще ловушку пытается ставить. Блай внимателен был. Ну, еще два дрона заблочил. Смотрите, кстати, вот это я не знал такой подробности, например. Буду теперь знать. Тот... дрон, который уже был в стазисе юнит, если еще в этой области срабатывает один, не увеличивается стазис. Видите, он разморозился и продолжил добывать, в общем-то, в итоге. А я думал, что может быть он стекаться будет вот так вот. Хотя-то бесконечно можно было бы держать, заранее ставив просто. Все матчи будут 9 и дабл элиминейшн. И из лузеров должен 2-9 выиграть чел просто в финале. Вот этот формат нормальный будет тогда. Так, если такое будет на 3-4 места. Но сегодня уже ничего перераспределять не нужно, потому что сегодня уже на первые два как бы стопудово. Вот. Ну а если в следующих туриках будет такое, я думаю, можно, да. Ну, про сейчас и не нужно. Уже как бы он анонсирован, что так, на ходу менять не надо просто все. Ну, а если мы будем уверены, что такой дальше призовой будет, конечно, ну, 11 рэ можно и распределить на... Ну, то есть, первое место сотку баксов сделать там в стиле, второе 50, третье там ну, по 20, там, например, я не знаю, или сколько там примерно аналог будет. Нет, Good Game не держится за счет моего стрима. Сейчас стримов просто немерено, как бы аудитория вся распределилась очень-очень сильно. Если раньше стабильный топ-3 был я, Абвер и Майкер, как бы, то сейчас уже, ну, то есть многие близко там люди, как бы, стримеры. Вот. То есть если и аудитория сильно пересекается, то есть если не смотрят один стрим, смотрят другой. Что мы имеем? 136-117 парит. Давайте хоть по игре что-нибудь я скажу. Шторм у Култи. Так, Реводжеры, Линги, Беллинги от Блая двигаются вперед. Шторм делается еще только. Пока что шторма ровно 0. Здесь. Подходит Блай, получает 2 филда. Реводжеров надо блочить этих было бы. Блин, Култи в итоге филдов потратила. Ни одного Реводжера не убил, но это заслуга Блая. Он грамотно там ушел в итоге. Здесь бы Архона можно было бы подморфить. Хотя Култи решил рискнуть и... так. Один филд на одного Реводжера, но это нормально, учитывая, что предыдущих несколько филдов вообще ничего не заблочили. Так, покатушек нет на Беллингах сейчас. А зилки прыгают вперед, зилки взрываются. Значительная часть Култи на Беллингах. Кстати, Култи молодец, что выверенно штормы сейчас выставляет. Он не спешит выставить... Простите, не штормы, оверчажи, конечно же, я заговариваюсь. А он не спешит... Ах, хорошо, филды зашли, где-то 3-3 сбрило. Он не спешит выставить все сразу же оверчажи за раз, чтобы Блай просто отступил и заново под пушу. Кстати, смотрите, здесь оракулы, и можно реводжеров повыпиливать здесь, если за контроль. Что Култи начинает делать.
Ну, штуки 3 надо успевать выпиливать в такой ситуации. Я думаю, где-то 3-4 выпилят. Так, еще и ревеленчик кинул культи сверху, получается. Так, ну тут свищ муточку ублая. 10 муталисков. А здесь 5 сталкеров встречают. Это очень мало на 10 муталисков. И уверчажа здесь нет. Фотонки минеральной линии нет. Тут на проходе фотонки есть. А минеральной линии Култи не удосужился фотонку запилить. А зря. Была бы одна фотонка. То есть она жирнее. Она демеджит очень неплохо муталисков. У нее больше рейндж. У нее демедж больше. 20 как бы. То есть фотонка бы могла бы там учитать. Оракул минус, ревелейшн Култи не кинул. Шторм у него, конечно, есть, но знаете, какие опасные выходы от Култи. Нет вообще сталкеров в миксе. Против воздуха сталкер один из центря, ё-моё, там 10 муталисков летит. Сейчас бы Блай прилетел, был бы внимательный, выпилил штормовику бы и все, и Тайвло бы не смог бы драться. И так Блая на 30 лимита больше, но пока для Култи еще все нормально. Почему? У него две атаки против одного когтя, у него две фаржи и 3-1 грейды делаются в данный момент. То есть достаточно ему накидать штормы нормально, и все будет хорошо. Так, здесь Оракула Блая пытался пробрить. Штормы по своим пробкам Култи сейчас кинул. Так, здесь уверчаж есть, как бы. Еще один уверчаж. Мутка на мейн летит, Култи с... сталкерами на мейн уходит. Блай умудряется пробок найти. Убить беллингами. И мутка на мейне выпиливает. 22 пробки. Минус уже Блай делает Култи. Блинк есть. Есть блинк, да, у сталкер. Блин, ну как-то мутка здесь стейки летит. И не получается ее отфокусить. Здесь всего лишь одна фотонка. Можно и нужно блинкаться вниз, чтобы мутку отогнать. А она ведь может наверх в итоге улететь. А Блай еще и там врыв в лоб готовит. По ресурсам в плюсе в абсолютном. Пятую хату уже занял. Так, еще шторм пошел один. Так, здесь бейлинги заходят. Шторм, но зелки все равно погибли. Они так и так погибли. Вот этот погибли бы. Этот шторм не особо и нужен, Култи был. Ну, 50 рабочих еще есть, как бы, и есть все шансы отстроить их заново. Да, там 60 с лишним, 70. Раскачать, получается, четвертый Нексус и. И попытаться продолжить эту игру. Так, у Блая 17 муталисков, кстати, хорошо, тут мутки намасил. Но сталкеры с плюс 2, а скорые плюс 3 будут. Плюс 3 вообще замечательно будут, они мутку отгонять. W12 поддержал ваш канал на 300 рублей, сообщает Чалику за то, что позирует на стриме. Спасибо, W12. Не зря Чалик лежит, да, как бы, приносит бабосик. Ну а что, почему бы и нет? Как раз жевательных ему конфет купил позавчера, надо еще пачку взять, а то он быстро всех мутливает. Так, здесь собаки забегают, 6 пробок минус, мутка опять залетает, роучи реваджеры снизу. Ну здесь 3-1 сталкеры против муталисков, они слабенько дерутся. Ну вот Култи боевого много строят, рабов-то он не восстанавливает. У Блая уже что, у Блая уже Грейтер Спайр, сейчас будут бруды. То есть Блай... не только харасит, но он и развиваться здесь не забывает. Эту хату Дарк, скорее всего, отменит с 60-то дэмэджа. Да, была эскейп уже нажал. Спасибо W12 за поддержку еще раз. Эволюция завершена. Место рождения. Ягла. Войска Роя атакованы. Так, ладно, сейчас чуть позже тебя добавлю. Забегание на третью, собака от Блая идет. 21 пробка минус. Одна фотоночка всего лишь там есть. Мутка продолжает шатать. Вот, посмотрите. Вот, вот, вот. Я уже обращал ведь в предыдущих играх внимание на то, что Култи на этой карте с кем-то там, вот именно здесь, у него такая же кривая стенка была. И вы видите, к чему это приводит. Прямо вот следующий матч уже в финале, получается, в следующих матчах в одном турнире демонстрируется, что стенки надо ставить нормально. Так, здесь собак выпилил много, Култи по лимиту близко, но
Есть 8 брудов у Блая, еще 8 карапторов. Может Блай критмассу брудов сделать, которая по земле будет вообще не убиваться. Если 8 можно выпилить, то штук 12, а тем более 15, будет просто невозможно выпилить. Забегание опять от Блая пошло. Култи приходит на 5-ю базу, начинает ее бомбить. Бруды прилетают, бруды начинают атаковать. На 5-й, кстати, там и добычи-то особо нет. Здесь собаки заходят, один дарк у Култи варпится. Гиты сейчас будут уничтожены. Рабочие здесь уничтожаются по чуть-чуть. Култи заходит наверх. Еще 4 бруда, 12, да, уже брудов сейчас будет угла. Они жестко напрягают, а ведь здесь еще есть плетки, стационарная оборона. Нужны штормы жесткие. То есть штормовики кончаются. Все, штормовиков нет, а агрессивно. Куда ты, блин, ты что, здесь толкерами некуда. 1-0 Блай. Брудов уже 10, еще 4 делаются. ГГ, пишет Култи. Покидает игру. Так, вторая карта какая у нас была? Нью-Кирк вторая будет у нас карта. Скайл Култи, где у нас? Знаете, по поводу предыдущего всего горения, короче, я так подумал, может запилить нам турнир с блэкджеком и горением, как говорится, то есть просто срите там мамки, мамку там друг друга в гости зовите, не знаю, что хотите делайте, просто чтоб не париться мне, все, братан что-то перевернулся. Просто на отдыхе. Ну, сегодня я на турнике был, и Чалик, ну, как бы, пока я там дергаюсь, ему делать нечего. Я ему обычно показываю, да он и сам бывает от скуки. Кусты там стоят, он начинает их, как бобер, просто сгрызать всех нафиг. Сегодня тоже этим занялся. Спасибо, В12. Еще раз добавил в текста. Култи, смотрите, уже минута 20, а Култи там в чатике что-то пишет. Евроуровень, на самом деле, на евроуровень, если сейчас никто не тянет крит, то да, евроуровень не заоблачный. Просто, блин, создать бы хотя бы один, а лучше пару, как бы, ну, либо на, ну, такое, значит, количество игроков, какой-нибудь буткемп, как у нас был в свое время, я думаю, что за полгода как бы уже будет и почти что Е-уровень, просто если игроки будут там пилить. Обязательное условие в начале игры, игроки должны оскорбить друг друга. Ну, стопудово. А если в конце кто-то там не будет обосран или не будет на баланс, короче, каких-то нытья, то тогда просто бан с турнира сразу автоматически идет. Так, плюс гейт здесь на пилон или больше пространств? Не, пилон один закроет, да.
Так. Скорость собачкам ублая. Третья хата внизу запилена. 34-32. Кстати, заметили, да, что Блай играл не чизы никакие. То есть он Кулси вечно Блай говорит, что типа ты 20 рабочих максимум устроишь. Блай решил Кулси преподать урок. Видите, у Блая тоже подгорает так-то, если подумать. Так, хату почему? Блочит хату пилоном иногда, иногда рабом минералы харасят, добывая, как бы. Вот, прилетает оракул от Кулси, выпиливает два дрона. Выпиливает, так. Выпиливает одну личинку, здесь дрончик выходит. Блай спорку заказывает, Кулси сожгет ее, кстати. И Блай не отменил, в итоге 75 минералов и дрона минус. Неприятно, потеря 381, хотя... По ресурсам, да, 100-200 и 250, как бы. Ну, еще прибавилось к этому отмена газа и минус спорка. То есть 81 получается, да, или сколько, да. Че Култи где-то что-то выпилил, ребята, я пока кукую здесь. Математику второй класс пока врубаю. Здесь еще оракул убил рабочего. Гуру нужно добавить. Ну, таким пацанам, как Гуру, как бы всяким, это и по, ему подобным, бан на турнире. Почему? Как бы вроде нелогично, потому что они имбовые слишком по этому параметру, как бы. Лалуш такой игрок был, его сразу в зал славы можно ставить, как бы. Того вообще как, ну, мне кажется, он болен был. Жестче, чем у него никого не бомбило практически. Даже Вайтра ему на каком-то лане сказал, что не надо так бомбить. Вот, ну и Лалуш все понял, говорит, в интернете даже в интернете потом больше не бомбил. Вот. Но это было давненько уже. 54-65 по рабочим, ребят. Два роба у Култи на... кстати, здесь стеночка. На третьей базе. Опасные, конечно, там стоят. Блайовером залетел, особо ничего здесь и не спалил. Ну, плюс один увидел. Кстати, Блай с поздним эволюшеном играет. Ни когтя, ни атаки, нет ничего у него. Третья база вовсю добывает. 63-58 по рабам у нас ситуация. Так, оракул прилетает. Что это будет? Култи наглеет, конечно. Ну, продемолжился по хп до уровня другого. Почти 43-40, да, почти одинаковые стали. То есть... Можно любого подставлять теперь под спорку так-то, если один зеленый, другой желтенький, надо обычно, ну и корейцы грамотные процессы умеют это делать, как бы подлетаешь зеленым, чтобы он танчил, как бы, да, а второй демедж просто наносил, если что-то их атакует. 112-8 по лимиту, 72-67 по рабам близко, плюс 2 гита еще Култи. Опять же, посмотрите, стенка-то кривая, блин, здесь пройти можно вот, вот так вот сюда. Чейнджинг прибежал, видит всю Блай чейнджингом. Математика победы? Не, это только у Алекса, и только за деньги, как бы. Такую информацию я предоставить не могу, ребят, извините, как бы. Вот. Здесь только Кинг-Конг 007 с его большими яйцами, как Шура Каретный говорил. Шарит, что к чему. Вот, а мы так. Криптуморами Блай Мэйн тут подобнес немножечко. 75 рабочих, 77, 67. Инфестейшн, коготь, скорость гидре. Еще Блай грейдов бы побольше делал. Вроде так-то рабочих все строит хорошо. И там технологии хорошо делает. Так, Улти видит гидрала. Вперед не ломится пока особо. Сталкеры 3 и Мортлас Энтри здесь есть.
Так, у меня бомбит знатно, у меня вообще не бомбит, если я тренируюсь. А так как я не тренируюсь, поэтому не пофиг, как бы, на это все дело бомбит, там не бомбит. Так. 8 собак. Меняется Нексус. Четвертый пульси, блин, нечем его защитить. Ну, был бы пилон, может, уверчаж бы поставил. Эскейп не жмет пульси. Ну, что за косяки? Пробок много, минералы быстро добываются. Но это не значит, что так надо отдавать Нексус просто. Углая уже хайф со шпилем. То есть на 9-й минуте он уже сейчас Greater Spire может начать морфить. От пульси пуш идет. И, кстати говоря, опасный пуш по лимиту у него замечательный. Все. И там покатушки и блин... Реладжеры гидророучи беллингов достаточно много. Тут от филдов будет очень многое зависеть, конечно, от пути. Филды хорошие, отблинкнулся назад. Но энергии, кстати, не так уж много у пути здесь остается. Но еще есть энергия пока. Отблинкнулся назад всеми. И мортлы танкуют. Сталкеров новых варпит, пульти 41-147, агрессивный блинк вперед пошел. Ну, кстати, успешно пульти здесь пушит. Вот что значит Mind Games. Бомбит в чате и пульти, что Блай макро не играет, Блай играет макро, а пульти его бах и пушит просто сейчас трех Никсусов после отмененного четвертого и убивает. Поэтому не надо, как бы, обращать внимание на то, что кто-то там где-то говорит. Побеждаешь, побеждай чем угодно, хоть двумя барахтами из центра, как колдун когда-то там. Так, 119-139. Просто култи сталкерами Бэйну затанчил почти всех брудов, пока у Блая нет. Вот эти караптеры-то есть? У него нету караптеров. А Greater Spire есть? Дел же. Не дел. Просто шпиль у Блая. Четвертый в центре хат. Кстати, у меня 61 дрон на 70 пробок. Но у Култи четвертой базы нет. И это опасно очень. Так, здесь Блая пытается сталкеров поймать. Призму хорошо, что... Блин, вот сейчас Блая бы призму сбил. Можно было попытаться забрить. Как бы Блая вроде Култи пытался перехватить. Сам в итоге больше потерял, чем убил. Да, варп еще сталкеров от Култи идет. Он будет центр давить или он будет отступать? Я пока вообще не понимаю. Здесь крипа нету к хате близко. А здесь крипа дофига очень. И обсервера, кстати, у Култи нету. Ну, то есть придется без апса идти через крип в Вижене Блая, как бы, и, ну, это не очень хороший расклад. Два колосса заказаны, кстати, рейндж. Нет, рейнджа нет колоссом. Ну, плюс три зато будет у Култи, и четвертый Нексус будет у Култи. Не, ну, здесь колоссов выйти, даже брудов они законтрят, как ни странно. То есть, кто в Старкрафте. Не то, чтобы не шарят, могут сказать, блин, они же по воздуху не стреляют. Но их контра будет заключаться в том, что они будут выжигать брулингов хорошо, и сталкеры просто могут агрессивно подблинкнуться, например, и покуснуть этих брудов. Так, пришел Дарк. Два рабочих срубил, но его быстро Блай забрал. Очень-очень. Раньше колоссом делал, сейчас мы будем иметь, в общем-то, культи. Так, беллинги катятся, видит культи, как они катятся. Часть заметил, часть здесь уверчажем сверху будет убита, не докатились. Беллинги, плюс еще фотоночки, три штуки культи запиливают, и два гейта здесь. То есть сейчас мы будем иметь, в общем-то, культи, будет четыре колосса с рейнджом. Грейды 3-1 в ближайшее время будет. У Блая будет, соответственно, сейчас 7 брудлордов, плюс то, что у него уже есть, 8. Но здесь только сталкеров, что 8 брудлордов, я думаю, Култи сможет пробить. 15 секунд до ренжа, 2 колосса сейчас плюс еще выйдут. Ну не спешит Култи ломиться, у него 200 уже. Ну то есть 200, запас есть. Сейчас размен сталкеров новых бойварп и тяжело, очень тяжело будет отбиться. Я не знаю, чудесный какой-нибудь Микос может поможет там. Ну не на двух сталкеров, конечно же. Так, колоссы подходят. Третий колосс подходит. Агрессивный блин вперед. Под брудов от Култи идет. Заблочил Блай сталкеров Микозом. Култи пытается. Ну, сейчас нужно варп новых сталкеров делать. Култи не парится. Вот у него пошел варп с
7 есть. Сколько, кстати, гитов у Култи? 2 неоткрытых, 8. Это 10. 10 сталкеров за раз. Варп это практически 20 лимита за раз. Так, колосса 3, а где четвертый походу? Четвертый где-то заблудился. Колосс дома там остался, походу. Я, говорит, не хочу никуда идти. С одного робота точку сбора Култи просто есть только. Блая брудов 6 штук, это не так уж много. Здесь у нас неплохие филды. Блая идет вперед, Култи сматывает удочки. Призму забирает, уступает назад. Колосс пытается на призму переконтраливать. Переконтраливает. Ну, далеко Блая его прогнал. Был бы шторм у Култи, он бы уже бы убил. Так и гиты не раскрыл Култи. Нет, раскрыл все 10. Один дарк пошел на дальнюю сюда. Здесь спорка и собаки есть, и плетки ставят. Блай, соответственно, все нормально. Колосс еще один вышел. 5 колоссов имеет Култи сейчас в итоге в миксе. Ну, вот опять же, обсервера нет. Тут косяки, блин, постоянно какие-то у Култи. Вот сейчас, опс, походи, пока ничего не делал. Скрип вот этот надо весь вычистить. Блай все равно стоит, а опса нету. Есть вообще на карте. 0 обсервера. Блин, ну что за ошибки-то такие? Все четко делает. А сервер забывает. Так, здесь Дарк пришел. 4 дрона всего лишь он убил. Пытался спорку, видимо, Култи фокуснуть с этой стороны вне рейнджа плеток. Вот, наконец-то делает апсервера. Буст вообще стоит в робо-бей зачем-то. То есть уже рейндж готов давно. Вторая броня делается. Уже поля можно заказать. В принципе, здесь сталкеры с полями архонов. Нужно добавлять плюс воздух. Будет в ближайшее время. Так, собак Култи здесь принимает, чейнджинги идут, здесь еще не чейнджинг. Это опасно так, я частенько в сталкеров своих попадал, помню, когда чейнджингов так пытался выбивать. А обсервер-то где? Стоит дома, блин. И Култи опять ходит по крипу, чертов обсервер дома стоит, там еще дарки прилетают. Разводка идет на мейн, призма залетает, а толку-то, что она сюда залетает. А в это время Култи ушел. Поэтому еще важно, что крип вычистил, как бы и ходишь здесь, шакалишь, пока зелки на мейне захорашивают, ты пытаешься какой-то контр-рывы там делать. Темпест первый у Култи заказал. Вот сталкеры идут здесь в виде крип. Сейчас один микос минус сталкеры и Блай в игре просто будет. Так-то, конечно, у Култи все равно все хорошо. 5 бас. Правда, у Блая тоже 5. У Култи рабочих больше. Боевого зато у Блая уже больше лимита получается. Так, на мейне Дарк плюс зелок, надо забрать и призму и улететь, что Култи и делает. Караптора есть у Блая? Нет, караптора, эти, один есть, где он вообще? Вот он, сейчас и новые вылетают, призму можно было бы сбить, слетать. Блин, где обсерверы? Култи, уже нужно муф обсервером давно сделать, он висит, этого не видит, блин. Я не понимаю, вот Култи бегает, у него что вообще? Крип вот под ним. Как можно, вот это первостепенная задача, как можно? Ладно, обсерверы не видишь там, что он висит. Ну перепроверь, где он есть, нет новых, закажи. У тебя же крип под носом вообще. И Култи стоит и непонятные вещи делает. Так, Беллингов рыв 18 пробок минус. И между прочим, запаса ресурсов-то у Култи нет. Там уже 10-й Брудлорд сейчас будет готов. У Култи темписты. Вот самое, что здесь не нужно, это отдавать просто минералы, когда у тебя их 0 на Харасе. Убил газ сейчас. Ну, убил газ. И что? Просрал призму Култи. Блай без газа. Отлично. Он уже кончился. А нет, 2288. Хорошо, не 228. Это была бы знаковая тема-то просто. Так, броня на воздух после атаки у Култи делать. Можно вторую атаку было бы делать. Флитбикон есть. Но все равно у Култи 65 пробок больше, чем у Блая. То есть часть потерял, сразу восстановил. Отсюда уже можно перевести на дальнюю. Отсюда все правильно, надо давным-давно перевести уже вот сюда. Здесь потому что не такой большой запас. Ну, у Блая... Так, у Блая лимита боевого столько же. 132-133 на один больше у Култи, короче. И... Так, а, у Култи уже две кибернеточки. Ну, правильно, грейдов надо много. Идет вперед. Сейчас бы как раз не помешал бы Оракул с Ревеленшина, чтобы на брудов его кинуть и подсветить.
Так, попытался культи бруда выпилить. Не так-то просто была, я его сразу же затрансфьюзил. В центре хату, кстати, кто в центре хату выпилил, я проморгал даже. Дарки, видимо. А, вот здесь призма летает, да, тут до варпа постоянно идут. Тут уже плетки есть. Здесь вообще 5 плеток. Вот стационарная оборона, спорка, 5 плеток. Дарками уже, ну разве что спорку с 4 там фокуснуть быстро, с блинком, например. Кстати, блин, да, Даркам, вот, например, видишь ты такое расположение зданий? А Култи видел, просто блинк Дарками сюда зашел, блинк сюда 4, была не успевая дронов подвести, спорку выпиливаешь просто, да и все. Р решает, короче, блинк, не зря его добавили, нужно делать все грейды на лайте. В общем, продолжается битва. Лай пытается гнать Култиль, имеет-то больше, но темпестов выпилить нечем. Темпесты просто за залп в шестером там с двумя. А нет, еще пока одна воздушная атака, выпиливает брудов. Пошла опять движуха. Лай идет вперед, микозами блочит колоссов, но здесь есть штормы. Колоссы жгут просто нереально. Сталкер уже агрессивно вперед блинкают. 150 на 106 все-таки бегал в Лай, но Култиль разобрал его. Почему? Потому что. Грейды у него великолепны. У Блая 3 когтя. Все, грейды 3 когтя. Больше нет. У Култи 3, 2, 1 земля. Или даже больше уже там вторые поля было. И воздух получается 2, 1, 2. Так, какая третья у нас карта? Ну что же, пока финал. Неплохой такой, равный практически финал у нас получается. Так. Поехали. Так, ну Блая макро здесь абсолютно ни при чем в предыдущей игре было. Почему? Да потому что, когда такое преимущество гигантское у Култи, удивительно, что Блая вообще дожил до такой стадии. Он просто там тянул как мог.
Так, ну странно, что да, Култи и Мазершиба мог сделать, можно, все было там, много чего сделать, но... Все-таки пока уровень не идеальный, это не статсы Дарк играют, это Култи и Бла играют. Будем надеяться, что конечно, уровень будет, и даже не Шоутайм и Нерч там, как бы, будем надеяться, что уровень будет приближаться хотя бы ко вторым игрокам в перспективе, ко второй паре, да, европейской. Ребят, всех приветствую, 7 соток нас людей вместе с Твичом на Гудгейме почти, так, 660 было только что. Вот, третья карта у нас началась. Помните про то, что... Подписываться на премиум, я вас прошу, особенно из игры, когда стримает наш еженедельный турик, он, конечно же, будет из игры. Отключайте адлоки, поддерживайте мой канал по реквизитам, описании и через плеер. Вот. Пути бьются с Блаем здесь. Счет 1-1. Ну и помните, что стримфест будет 13 мая в Москве. Приходите, кому интересно, покупайте билеты, чтобы поддержать, соответственно. Ссылку в чате кидаю. Ставок на данный турнир нет, Кирилл там ушел отдыхать. Может завтра на ВЦС, на МЦС наверняка будет ставки, кому интересно это. Так, Старгейт плюс 2 гейта у Култи сейчас. Оракул Фениксов. Ну что же, Убла Эволюшн. Неспроста 10 овер висит, извините, что-то. Окна прохладой подуло. Повеяло, прохладно. Окно, конечно, не рассказывает истории никаких. W12 активировал прохладно. Премиум на ваш канал. Себе спасибо, W12. Спасибо всем. Оракул ждет. Так. Два раза спорку заставил Блая Култи закать, бывает. В это время пришел Блай. И пытается отменить он третий Нексус Култин. Здесь адепты доварпились, плюс два с мейна подошли. Так, передумал Култи делать Феникса, решил, что грелка будет здесь более грамотным вариантом. Адепт вернулся в проход, и адепт заблочил все. Здесь еще один овер летает. Култи видел, где он находился вот этим пилоном, поэтому примерно в этом направлении летит искать. И найдет он овера, безусловно. Вот он висит. Грелочка находит. Фаржа Твайлайт для глефов будет сейчас. Оракул еще два дрона выпилил под двумя королевами, но нужно было улетать, и Култи улетел сразу же. 45-46 по рабам, 9 дронов плюсом Бла делает, крипом соединил вторую с третьей, мейн со второй соединил крипом также. Криптумором еще мейн обнесет, чтобы был виджен, судя по всему, Бла, да, так оно и есть. Ну и что тут, раз криптумор, два здесь криптумор, один здесь. Два здесь сюда можно, одним туда можно пилить в итоге. И мейн над ним обносить. Култи приходят адептами. Но они без глеф, вообще 4 штуки, как бы, без прикрытия оракулов. Зачем они здесь пришли? Сюда зачем они пришли? Култи, точнее, зачем их привел? Они сами пришли. В итоге два адепта отдаются. Два уходят, краснющие, они и так-то почти что бесполезно становятся. Хотя если глефы доделаются, они будут другими ставить, они бы могли что-то сделать. Но иллюзии Култи не посылает дальше. Адепты пришли что-то остановить. Блай тоже лингами встал, не сгрыз, но... Короче, ни один, ни второй не уходит. Все-таки Блай сгрызет адептов этих. Так, филд пошел. Здесь 5 сентрей с собаками бьются. Один адепт стоит и не прикрывает. Блай заметил, что он криво сейчас стоял. В итоге Блай пробревает здесь. Видите, Култи, походу, не заметил, что он глефа не сделал, у меня такое ощущение. Потому что, если бы он видел, то он бы за... Ну, то есть, он адептами дерется, как будто у них уже есть глефа. Такое бывает здесь. Просто собаки 5 пробок выпиливают на мэне у Култи. 6. Очень неприятный врыв. Мазеркор где вообще? Мазеркор на третьей базе. А на второй на мэне никто ничего не прикрывает. Да, варп адепта идет, но он, блин, без глефа.
Долг будет. 8 пробок на ровном месте култи сливает сейчас. Здесь грелка прилетела, четвертую пытается култи выпилить. Здесь королевы пришли. Култи пытается облететь. Ну, да, облетит, но королевы-то придут сюда. У хаты хп достаточно много, и она строится сейчас. Нет, разогрев кончится. Грелку сейчас Култи отдаст. Зачем так отдавать ее было? Но Култи ее не контролил, а зря. Но грелка на юнит на любой стадии она пригодится. Он здесь повесил всякие уверсиров, оверов, там лови с дропами. Просто пригодилась бы она в любом случае. Оракул есть тут. Оракул больше не летит. Харасит. Погодите, или это он прохарасил 9 дронов? Нет, больше не харасил пока, судя по всему. Но Култи все равно Блая по рабам обгоняет, несмотря на все харасы. То есть очень быстро с трех нексусов устанавливают. Тут в этом, конечно, компоненте Култи очень силен. Я уже 1000 раз про это говорил, и в ходе я говорил. То есть многим процессам этого не хватает. Култи не хватает некоторых других моментов, которые есть у того же там Стрэнджа. Каких, я даже не знаю, может какого-то контроля более четкого. Хотя Култи неплохо контролит. Но вот рабов он строит хорошо. Приходит Блай, гидролинга Беллинга, прессинг здесь идет. У Култи на рампе тут всего 2 зелка. Давар в тылу зелков, 2 уверчажа Култи успевает выставить здесь. Беллингов отгоняет, шторм есть, нету шторма еще. Култи нужно шторма ждать просто здесь, я не знаю. Всеми методами, любыми терпеть Беллинги минус штормовики, да терпел, ё-мо. Вот контроль косячный какой-то Култи демонстрирует, и это... Конечно, не проигрыш еще, но ситуация близкая к этому. Почему? Потому что, блин, шторма в итоге нет. Придется архонов из этих штормовиков делать. Здесь стенки в итоге нету. Зелки где-то сзади стоят. Блай 20 бейнов новых пилят. Так, оракул левеленчик на четвертую кидает. Култи тут в тылу пытается прохарасить. Не... Так, минус оракул. Култи заметил, но поздно заметил. Центря всего одна, а здесь зелки ключевая армия получается. 126 на 140. Блин, ну вот если ждал шторма, отвел бы все штурмовиков в тыл. Сейчас вот было бы здесь 4 шторма. Уже бы Култи отбился бы. Пофиг, что там зелков потерял архонов этих иммортлов. Но то, что 3 штурмовиков отдал своих новейших, он это был фейл. Но даже в этом раскладе Култи отбивается. И 3 дарка, кстати, здесь очень сильно помогли. Ну, блин, не надо дарков так сливать. Култи-то отбивается, но у Блая 13 до заказ гидралисков и 48 собак. И куда Култи пошел 5 иммортлами и 1 сентрёй, для меня это абсолютно непонятно. Так, здесь какой-то дистанс майнинг пошел уже. Култи приходит, это отдача идет от Култи. Шторм надо кидать по собакам. Кинул Култи 2 шторма. Зелки где-то с тыла там пришли. Архоны сливаются. Ну почему хотя бы архонов-то пару вот этих было не подождать Култи? Просто, то есть, ситуация, да, там 150 на 117 по лимиту. Но все в руках у процесса. То есть 10 гейтов, шторм есть, грейды есть, 2 атаки. Култи идет, как-то еще и даже Блай отпустил его. То есть до сих пор у Култи, я бы не сказал, что прям все нормально, но шансы есть реальные. Так, здание в процессе морфирования, в смысле. Когда строится новое, нет. Когда морфится лейер... Или там из Гидродена Люркерден, тогда да. Так, 2 дарка в тылу тут у Култи работают. Так, королеву одну забрал, вторую получится. Что-то тут у Блая нет оверсиров. 8 рудов уже поперли. На мейне собаки здесь забежали. Дарк стоит, тут наконец-то сагрился Дарк.
Собак начинает выпиливать, култи идет вперед. Кстати, лимит-то хороший у култи просто. 150 на 67, боевой 94 на сотку. Ну, у култи в основном лимит-то, блин. Который просто Брудов не может ничем выпилить. Хату четвертую култи сбреет, но если он ничем отсюда не уйдет, то это печаль для него полная будет. А как ему уйти-то? Оп, Бруды кидают брудлингов. Собаки гидрали, скибеллинги пытаются окружать эту армию. Култи штормит на отступление сейчас. Так, нужно бой принимать на муви в лайф. Ой, какая печаль с брудами. Все окружено. ДГ пишет Култи. Очень напряженная игра такая получилась. Ошибался Култи, но все равно был к победе близок в какие-то моменты. Станция Проксима. Так, готов ли Кулси? Готов. Ну что, 2-1 в пользу Блая, поехали. Так, ну что, пацаны? Четвертая карта у Блая матчпоинт. Если Култи сравнивает счет, то будет решающая пятая, потому что у нас будет 5 финал, соответственно.
Хороший такой финал мясной получается. Ну, Култи и Блай раньше, я помню, такие неплохие финали были. Мясные достаточно. Ну и Блай решил, что здесь нужно сыграть поагрессивнее в этой игре, судя по всему. У него эволюшн делается. У него два овера. Вот отсюда очень близко можно лингов передропнуть сюда. А отсюда, соответственно, сюда. И это может очень неплохо сработать. Култи же ставит... Опа! Два астергейта Култи ставит. Замечает Култи овера. Ну, демеджить оверов, если ты особенно передропываться собрался, не стоит. Но Блай только в одном направлении собрался это делать, а именно на мейн. Ну и, кстати, у Култи варп-то бустится. Так, пилон Култи делает, а здесь уже собаки прилетели. А Мазеркор есть? Нету Мазеркора у Култи. Без Мазеркора у опенинга. Что Култи хотел? Тут на армаду какую-то похоже, что Култи типа в армадную какую-то тему пытался выйти сейчас. Наверное, так оно и есть. Есть один зелок единственный всего, что на второй стоит. Так, здесь пробочки собак выпиливать. Пытается Култи отведи пробок назад уже... Так. Скрапиду. Да ты прям теоретик StarCraft, смотрю. Вот. Раскрыл нам прям всем глаза. Блин, ну. Бразильцы там, южноамериканцы в футбол лучше там играют, чем наши. А негры в баскетбол. Почему же так происходит-то? Что корейцы StarCraft лучше? Наверное, потому что они тренируются. Так, интересная игра, это Култи поля, добавляет фениксов, 6 штук есть, третьего Никуса пока нету. Так, 50-62 по рабам. Так. Залетают фениксы. Ничего особо не сделали. Так, ну тут на халяву Култи золото Блай убил. Блай четвертый вот где ставит. Опа, а здесь-то что пошло, смотрите. Отошли адепты зелки. Просто это сверх халява, что сейчас Култи пришел. И вот так вот Блай на халяву Нексус выпилил. Но у Култи, черт побери, 3 старгейта. А работал только один сейчас, вот второй заработал. Причем бустится зачем-то у Култи перехватчиков, который 57. Блин, карьер строится 86 секунд, грейд 57 делается. Нахер ты его бустишь-то, блядь? Бусти карьеров, ё-моё. Что за бред вообще происходит? Спалил там
Мазершип, интересно, Блайкор. Не уверен, но возможно, что и нет. Так, рабов прихарасил, култип полетал. Будет третий старгейт-то работать? Да, наконец-то третий старгейт заработал. Опа. В общем-то, Бла решил, что не хочет он с карьерами биться. Нет, здесь я вижу состав армии. 26 гидралов и 8 делается. То бишь, 34 нас ждет гидрала. Плюс 7 королев, у которых энергии достаточно много. А у Култи... Ну, хотя у Култи 4 уверчажа, фотонок 6. Но стоит, не стоит забывать про то, что здесь бейнингов 16 сейчас у Блая будет. А карьеров-то одна штука, две. Два карьера. Было 5 хотя бы еще, блин. Так, грейд на атаку есть. Филдов пару хотя бы култи еще есть. Королевы подходят. Все, пошла движуха. Уверчажи ставь, култи ставят уверчажи. Карьер один буквально там. Уверсир падает. Интерсепторы буквально в секунду сдохли. Куда пошел-то, култи? И главное, лезет куда-то из-под фотона. Куда ты бежишь-то? Мазершип пытается Блайд сбрить. Не так-то просто. Еще один уверчаж выставляется. Карьер новый вылетел. Ну, до варпа от Култи идут. Были бы адепты хоть с глефами, может, это помогло бы. Фениксы возвращаются. Карьеры вне прикрытия инвизом сейчас. Все, интерсепторов не хватает. Блин, а где фениксы-то летали? Смотрите, Блайд-то продавливает на грани здесь реально. То есть, если бы фениксы сейчас были в движухе сразу же, уверчарж можно было выставить, блин, уверчарж бы сейчас вот так бы вжарил бы здесь. Если бы сейчас были фениксы в бою, Култи бы мог отбиться вполне реально в этом замесе. Но карьеры не были в бою, фениксы, простите, не были в бою, и Култи в итоге не отбился. Пилон надо как можно быстрее здесь восстанавливать, мазершип. Строится, уверчаж может помочь. Восстановил Култи интерцепторы. Смотрите, гидру фокусит здесь очень неплохо. Четвертый карьер прилетел, уверчаж пилит. Куда туда-то, ё-моё, вот пилон же целый. Блять, ну Култи хитрый. Сейчас типа подальше пилон уже целый. Пилон ни до кого не достает. Иногда можно быть настолько хитрым, что себя обмануть. Это нормально. Восстанавливает опять интерцепторов Култи. Но даже если Култи здесь отобьется, у Блая золото, у Блая здесь база. Правда, вообще не раскачанная, как бы. Ну, 68 дронов и уже 5 караптеров делаются. То есть, все-таки Култи надо было снизу отбиваться. Тогда бы шансы были бы значительно больше. Не забывает он третью атаку при этом делать. Интерсепторов восстановил. Они пытаются выпиливать. Энергия пятнаху еще нужна, чтобы оверчарж запилить еще нет. Прилетает еще один карьер. Здесь пробками надо через оклик собак выбить. Собаки выбивают всех рабочих. Нет, короче, Култи... Култи проигрывает эту игру. Теперь уже точно третью атаку там Блай выпилил. Еще один карьер делается. Гидра пытается зайти. Уверчаж. Энергия на уверчаж накопилась. Пилон неплохо дамага здесь наносит. Пилончик падает. В итоге караптеры начинают карьер уже в туловище выпиливать. Мух очень-очень мало. Карьер от контроль Култи, куда же так? Да, гидра подходит, ГГ. Были фениксы в обороне. Я сам не заметил, где они висят, а Култи должен был заметить. Если бы там были фениксы, АПМ 303 на 300 вообще почти равный. Если бы там были фениксы, короче, то тогда бы Култи бы смог отбиться, я уверен в этом. Но их там не было. Ну и как-то карьеров он неровно начал строить, то есть у него один заказал, потом второй. То есть первый бой он принял с двумя карьерами против 30 гидралисков и 7 королев. Да, хорошо там земля была плюс уверчажа. Ну, может, пару филдов могло бы подрешать, но так получилось. Блай немножечко сбил Култи дропами. В общем, что тут говорить, ребят, первый турнир наш Астероид Кап окончен. Не сказать, что прям был ажиотаж, но 700 человек, зрителей достаточно много. Последнее время это много даже считается, как бы. Вот. В общем, всем громадное спасибо за внимание. Помните, что поддерживать надо меня и мой канал. Подписывайтесь на премиум, покупайте билеты на стримфест.
отключайте отблоки, короче, поддерживайте приквизитные состояния через плеер. Завтра у нас будет ВЦС. Я пока точно не знаю, что там, может быть, я завтра слишком долгих стримов пилить не буду. Кстати, во сколько он? 20.00 начинается, он поздний очень будет завтра. Ну, не, постараюсь постримить. Я ВЦС. В общем, короче, ребята, увидимся завтра. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Запись выложу на YouTube. Стоп-стартов уже делать не буду. Никаких там завтра увидите. Еще к чему. Если до ВЦС буду стримить, то днем постримлю. Тогда, соответственно, все. Всем пока. Благо, поздравляю. Култи со вторым местом.